Так. Блин, чат. Ребятки, всех приветствую на своем канале. Меня зовут Дмитрий Колдобро. Едет. Сейчас. Надо. Чат. Покинула чат. О! Шикардосно. Итак. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Сейчас я открою вот эту всю херотенюшку. Вот. Так. Чё, как дела, ребят? Как пятница? Как пятница, развратница? Как ваш ничего? Сегодня у нас... блин, жарко кобзец просто. Я ещё только с душа. Ну, голова высыхает. Блин, не успел без билета пробраться. Здрасте. Привет. Короче, сегодня у нас Microsoft Lasim. Полеты какие будут сегодня, ребят? Сегодня мы посмотрим обновление 5. Это достаточно глобальная обнова на Microsoft Fly Simulator. Которая включает в себя, во-первых, типа общая оптимизация игры. Оптимизация игры. Плюс, помимо этого, еще все-таки Что это у меня тут? А, это этот самый, господи. Оптимизация игры. Плюс там, короче, переработана полностью система вообще интерфейса игры. Дополнительные настройки. Ну, сейчас покажу, короче, там прям пушка. Я вчера чуть-чуть полетал. Блин, красота, конечно, вообще. Ну, прям, блин, красота. Вот, сейчас пока ребятки подходят, стрим такой, что немногим он заходит, в принципе, но сегодня будут такие обзорные полеты, ребят, сегодня не будет прям такой один полет на каком-нибудь гражданском самолете типа Аэробуса, либо Боинга, что мы там полетим и будем сидеть, значит, куковать там 2 часа просто так. Сегодня будут именно интересные такие полеты, небольшие полеты на моторных, турбовинтовых, там всяких таких вот вещах. По разным территориям, короче, будет красиво, я думаю. Вам понравится, полюбас. Кстати, есть небольшая информация о том, что в дальнейших обновлениях все-таки возможна поддержка Tobii Eye Tracker. Я вчера заходил в Discord Tobii Tracker, и, в общем-то, скорее всего, поддержка Tobii 5 будет в Microsoft официально, но до этого еще неизвестно что. Значит, Зеленский, еще одно большое слово, и я тебя отправлю на Банановые острова. Бот тебе уже леща дал, потом дам я. Так, привет, Дима, лайк-стрим, спасибо. Ну что, давайте потихонечку начинать. Перехожу я на стрим. Что? Ты сейчас работаешь или... Ну, стримлю, чего ты хочешь? Записываю? Нет, стримлю. Записываешь, вот, ну, это на будущее тебе. Тебе даже бот сказал о том, что писать большими буквами это некрасиво, как минимум. Ребят, слышно по навигации все вот это вот. Все слышно, видно по звукам, которые сейчас здесь в игре, потому что я ничего особо не делал. Что опять? Ну, открывай, что у тебя? Открыть не можешь. На. Привет, Дим, хороший стрим, спасибо. Добро привет, а можно поставить твою сборку по Румыния 3.0? Я не знаю насчет Румынии 3.0, как она будет работать. Вообще 3.0 должна работать под 1.41. Попробуй. От забаненных привет, завтра в Москву из Турции лететь, возвращаться домой. Вот, тебя видно, все, разобрались. От забаненных. Здорово, Дим, дела на... бесплатно, спасибо тебе за подсказку, игра про поезда. А, да не за что. Дим, привет, родной, удачи, спасибо. Привет, Дима, я использую Тоби с помощью той программы. Я знаю, я хочу видео отдельно сделать по этой теме, я надеюсь, будет многим интересно. Я Тоби вчера подключал через FaceTrackNoir, да. Ну, опять же, все дело в настройках, понимаешь. Ну, вроде как официально разработчики особо, да, ну, разработчики Microsoft Flight Simulator плюс Tobii Tracker, Tobii Games, да, они все-таки там законтачили, и, в принципе, есть инфа такая, что вроде в дальнейших обновах будет полноценная поддержка Тобика. Вот как-то так. Я это жду кобздец, как, потому что это достаточно интересно, все-таки этот симулятор рассчитан не то, что на гражданские полеты, а на красоту и на VFR вот эти полеты, да, как бы, ну, то есть здесь весь сим заточен под красоту тех мест, которые ты летаешь. Володь, Вилмаде, приветствую, дорогой. Итак, смотрите, ребят, сейчас давайте по порядочку начнем. Значит, смотрите, для тех, кто, у кого послабже железо, вы можете скачать и попробовать. Макс, привет, дорогой, приветствую. Это самое...
Так как завезли оптимизацию, вы можете попробовать на, скажем так, ну, на слабом железе запустить, ребят. Все-таки обновление такое масштабное. И завтра, кстати, 30 июля выходит хотфикс для этого Microsoft'а, для этого симулятора. Дополнительное обновление, потому что оно вышло, и есть все-таки определенные косяки, которые разработчики приняли и, скажем так, мгновенно среагировали. Завтра будет обновление для Microsoft'а еще. По поводу этого. Итак, ребят, смотрите, Microsoft Flight Simulator обнова 5. Что в себя включает? Ну, во-первых, оптимизация, это понятно. Они разгрузили чуть процессор, нагрузили чуть-чуть 30 сегодня. Фу ты, в натуре сегодня 30. Значит, по идее, значит, значит, сегодня, что я гоню? Значит, сегодня, если по Москве, там же у них вот этот, ихняя, вот эта тихоокеанская херня. Короче, где-то в районе 6 вечера по Москве, я так полагаю, что будет обновление, как и с пятым было. Все, да, это я все загнал сегодня. Ну, просто я сейчас бокал пивка выпил, я себе утром сходил, полторашечку-то взял. Ну, до вечера хотел. Макс, ну ты извини, как бы хотел до вечера, но тут не сдержался. Но так манит, что, ну, мам, не горю. Вот это пенное все, вот это такого цвета пшеничного, ну, как бы. А, тут дело такое. Вот. Короче, возвращаемся к симулятору, друзья мои. Помимо того, оптимизации, да, новый спонсор Алексей Бородин. Спасибо. Александр, прошу прощения. Спасибо, Саш. Смотрите, ребят, начнем с того, что обновление, да, общая оптимизация есть. Дальше, по настройкам. Те места, в которых у меня действительно сильно лагало, сейчас нормально. Вы можете посмотреть мои сейчас графические, мои настройки. На минуточку, у меня i7-8720, это 6-ядерный процессор, это 32 гига оперативной памяти и 1080 Aorus видеокарта от Gigabyte. Это не TI-евская, это просто 8 гигов видюха. Еще, скажем так, первая, да, первой серии. Сейчас уже RTX, там третий, второй и все остальное. У меня первой серии, как бы, GTX 1080. По моим настройкам, ребята, у меня идет средневысокий, ну, определенные, короче, вещи. Я... Почему у меня низкие здесь стали? Чуть не понял, подожди. Свои настройки минимум, среднюю, максимум. Максимум надо поставить. Максимально, что сбились настройки, максималка есть. И вот смотрите, здесь по настройкам... только что ваша посылка прибыла на выдачу, при себе иметь паспорт. Я уже завтра тогда, Макс, заберу. Все, я сегодня уже с пивасом, я сегодня уже не смогу забрать, если уже на то пошло. Завтра я в любом случае поеду, мне в Мерлен надо. Застрой материала мне там, ну, надо доделать, там, герметик купить, всякую такую херотень. Я заеду, заберу, спасибо. Я сегодня проверю, опять же, трек-номер, потому что вчера я смотрел, там, короче говоря, он ехал. Еще ехал в пути. И вообще ориентировочная доставка была 2 августа. Вот, смотрите, значит, по облакам объемным и всего, ничего я здесь не менял. Единственное, синтез текстур, волны я ставлю на среднее, синтез текстур тоже на среднее, да, то есть это слишком такое, как бы, все-таки ресурсное. Размытие в движении можно вообще выключить, это когда вы камеры поворачиваете, там мылит, ну, жесть. Я такие вещи не люблю вообще в любых играх, в том числе и в шутерах, да, вот такая настроечка имеется. Частота обновления стеклянной кабины тоже... на низкое. И, в принципе, больше ничего такого сверхъестественного здесь нету. Малая сборка наподобие 8. Я думаю, я подумаю насчет сборок. Сделаем. Смотрите, ребят, дальше обнова. Экскурсионные полеты. То есть интерфейс поменялся, теперь добавились экскурсионные полеты. Что из себя представляет? Здесь уже не надо искать по ИКАУ там, и всем этим местам. Добавились экскурсионные полеты по значимым местам. Это гора Эверест, это Египет, это Бора-Бора, Неаполь, Рио-де-Жанейро и Нью-Йорк. Нью-Йорк в данный момент. Дальше у нас есть обновление мира по самым известным, опять же, масштабным городам. Да, это Лондон, Сан-Франциско, там Япония, Фудзияма, да, Фудзияма, Фудзи. Как ее называют японцы. Это известная гора, действующий вулкан. Кстати, мы можем с вами полетать также. Япония, Токио, Париж, всякие Дания, Франция, Норвегия также имеется. Это вот в этих вот полетах. Дальше, ребят, изменение карта мира. Вы посмотрите теперь, какая карта мира стала. Здесь полноценно теперь поддержка конкретно съемок с Гугла. И самое что интересное, здесь видно теперь абсолютно... Вот сейчас прогружается. Смотрите, допустим, Барнаул, да, вот где там Леха живет, подписчик. Здесь можно уже прям сходу найти примерно свой дом. Свой дом, да, и посмотреть, где это находится, поставить там какую-то точку и начать вылет прям с этой точки. То есть не надо даже мудрить. Раньше такого не было, сейчас полноценно теперь при
увеличении, да, как бы уже можно определить, допустим, какой-то город. Ну, допустим, я сейчас возьму, опять же, это Воронеж, да, мой город, где я сейчас живу, то, в принципе, вот он, Воронеж, да, если говорить про, допустим, пристань, где я с отцом рыбачу, да, это у нас находится вот здесь вот. Нет, подожди сейчас секундочку. Так, секундочку. А, ну все верно, да, вот прям, вот. Это у нас называется поселок, не поселок, а, скажем так, пристань, господи. Вот эта часть, это пристань туриста, вот я поставлю точку, пристань туриста. А вот это Нептун называется. Здесь даже, видите, даже показаны станции, значит, электропередач. Вот около вот этой станции я ловил щуку. Вот здесь вот я ловил щуку, ребята, на лодке. Моя пристань находится как раз где-то в районе вот здесь вот, вот. Вот здесь вот. Вот это, вот здесь вот моя пристань. Мышку видно, кстати, мою? Вот то, что я управляю, мышку видно или нет в игре? Или вы не видите мышку, или вы видите только вот то, что я показываю, поставлю. Как поживает XBX и его ман? Ребята, не знаю. На самом деле я ему писал, но вот как бы это. Пока никаких инфы никакой нет. Вот здесь моя пристань, и я вот так вот на лодке выезжаю, дрык-дрык-дрык-дрык-дрык, объезжая Нептун. Здесь у нас железнодорожный мост, их две штуки. И вот здесь вот яма, вот она яма, где ловят судака. Здесь у нас судака херачат, даже ямы, прикиньте, показаны, вообще жесть, короче. Офигеть просто, я в шоке, я в шоке, я в шоке. Ребят, ну, собственно, вот такое вот обновление, это касаемо карты мира. Дальше поехали. Изменение летной школы. Теперь каждый желающий, который не умеет летать, в принципе, на самолетах, никаких не понимает, что из себя представляет каждый датчик и все вот эти основы управления, появилась вот в таком вот исполнении теперь вот эта штука. Допустим, основу управления мы заходим, и мы здесь видим, во-первых, здесь полностью введение, да, то есть начните с основ управления камеры, основы управления самолетом, ознакомительные полеты, положение, там, развороты, настройка мощности двигателя. Тест прохождения там и все. То есть человек, который не умеет летать, он спокойно может научиться. Единственное, здесь такая система, что русского языка здесь нету. Здесь есть субтитры, то есть баба говорит по-английски, внизу показывают субтитры. Здравствуйте, меня зовут там такая-то, такая-то и все в этом духе. Вот. Взлеты и посадки тоже здесь добавили, как бы теперь есть, видите, я тут проходил на А+, как бы здесь теперь рейтинг есть. Ну, не то, что это не проходило, как бы тоже обучение, взлет и посадка, успешное планирование и так далее. Можете также попробовать себя в этом плане. Обучение полетам на авиалайнере, но здесь только основано на двух всего лишь полетах, это взлет и посадка, больше пока ничего. Именно по настройкам всех систем и запуска Calendar, да, так называемый, когда самолет стоит полностью выключенный, здесь такой пока темы нету, но в дальнейшем вроде как разработчики собираются добавить летную школу и для авиалайнеров, короче говоря. По заданиям. Задания тоже добавили, здесь есть летная школа, да, опять же, экскурсионный полет сюда добавлен, выполнение посадки. Посадки опять же разные, есть знаменитые места, есть необычные места, то есть это из серии Луклы. Вот я даже садился в Лукле, Непал, это Эверест, ребята, там один из самых сложных и самых опасных аэропортов и вообще взлетных полос. Можно даже попробовать будет сегодня, но сегодня обязательно посмотрим. Ребят, в целом вот такое обновление, больше показывать нечего относительно, хотя подождите, в профиле сейчас покажу вам, смотрите, ангар. Выбрать воздушное судно. Здесь сбоку теперь появились вот так, такое отображение самолета. Вот, допустим, винтовые я возьму и буду листать. Вот сейчас, вот видите, изменился интерфейс. Теперь в пятое обновление добавилось вот что. Теперь есть самолеты типа Cessna, у которых добавлены гидролыжи, либо лыжи для зимней посадки в горах в каких-нибудь, да, там. И также гидро. Причем, выбрав самолет с гидролыжами, вы можете посадить самолет абсолютно в любой точке мира, в любом абсолютно, где только хотите, на воду. Вот как-то так. То есть раньше такого нельзя было сделать.
Раньше у тебя самолет, когда садился, ты разбивался. Сейчас ты можешь спокойно на воду сесть. Плюс к этому добавили эффект воды, когда ты садишься, у тебя вода начинает брызги идти. При посадке самолета то же самое, дым из-под колес идет. И, соответственно, как бы, если лыжи, то снег и все в этом духе, короче говоря. Вот, в принципе, ребята, вот такое обновление. Это самое основное, что из себя представляет обнова пятая. Самое главное – это оптимизация. Ну, давайте потихонечку начнем с вами полет по экскурсионным темам. Ну, давайте, наверное, знаете, с чего? Ну, давайте пролетим мы с вами Египет еще раз. Посмотрим, как это работает СИМ. Посмотрим, как работает СИМ. И мы сейчас будем лететь прям сразу над пирамидами и всем этим делом. И сделаем посадочку где-то в Каире. Там есть взлетно-посадочная полоса. Там мы с вами сделаем посадку и будем потихонечку вот так вот летать, короче. То есть моя сегодняшняя задача, такой стрим, знаете, расслабуха. Полетать, посмотреть красивые места, пообщаться и все в этом духе. Летать я буду, естественно, на руках, ребята. Это сейчас Cessna у нас. И полетели. Надеюсь, по стриму все хорошо. У меня не лагает высокие настройки графики. И полетели. Все видно, хорошо слышно, ребята. Лагов нету. Лагать не должно. Оптимизация вообще сделали они на уровне. Сейчас я повыше сейчас сразу сделаю. Скорость увеличу. Начну поднимать самолет. И это, собственно, будет выглядеть вот примерно вот таким вот образом, ребят. Египет очень красиво, ребята. Оптимизация, плавность вообще зашкаливает. Тут надо расчехлять пивас, короче. Я же говорю, лагов... Я охренел над оптимизацией. Ребята, у меня высокая графика сейчас. Только две настройки на середине стоят. И посмотрите, как это красиво. Большой сфинкс в Гизе. Комплекс пирамид. Это самые известные пирамиды, которые, ну, как бы... Когда вы в Египет прилетаете отдыхать, да, вы, соответственно, ходите на экскурсии на эти пирамиды, да, вот кто летал там, кто знает. Вот так это, друзья, выглядит. Блин, ну детализация охереть просто. Вон он сфинкс. Сука. Вон он сфинкс. Это до такой степени красиво, ребята. Летаю я на джойстике Logitech Extreme 3D Pro. Доброе утро, ребят. Вы посмотрите детализацию. Сам я в Египте не был, ребят. К сожалению, я не был нигде за рубежом. Можете протестировать. Единственное, симулятор весит очень много. В районе 200 гигов. В районе 200. Достаточно очень многоватенько, ребят. Дальше, ребят, хочу еще отметить вот что. Здесь, смотрите, какая система интересная еще добавлена. Вот здесь в настройках появился наш интерактивный помощник полета. И чтобы выбрать, допустим, где у нас есть аэропорт, мы нажимаем установить точку. Аэропорт Эль-Гиза, допустим. И он нам, видите, показывает место, где находится аэропорт. Мы можем дальше выбрать Алмаза. Установить. И вон показывается тот аэропорт, куда мы с вами будем лететь. То есть такая точка, чтобы мы не забыли. Где и чё как. Ну, обалденно. Обалденно просто выглядит. Рекомендую, ребят, этот симулятор. Особенно у кого, в принципе, средневысокое железо. Это будет достаточно интересно. Даже на средней графике, ребят, симулятор выглядит офигенски. Вот так вот мы с вами потихонечку летим. Я держу примерно одинаково. У меня в районе 2500 высота. Скорость соточка. Нормально. Вообще ничего не лагает. Какие закаты красивые, восходы. Ребята, здесь, блин, пушка просто. Я когда вчера пробовал, я охерел. Промос. Доброго, а как ставить коннектор с промоцем 256 на Румынии? Там на румынском сайте есть отдельно коннектор. Он, по идее, должен работать. Не знаю, надо посмотреть. Надо смотреть. Надеюсь, у вас, ребята, не лагает ничего, и стрим, и сим работает как бы стабильненько. Вообще лагов нету. Вообще. Исходя из того, что у меня стрим ведется через видеокарту, все-таки, да, и как бы я... Нагрузка на видеокарту достаточно серьезная сейчас у меня. Верховный совет, что-то там. Там какой-то университет у нас. Блин. Пушка! Пушка, ватрушка. И впереди у нас, в принципе, вон я вижу аэропорт.
типа не аэропорт, а взлетная полоса, на которую мы с вами будем заходить. Вот Алмаза, наверное, вот на него мы с вами зайдем сейчас. Их две здесь. Ну, давайте на какой-нибудь будем потихонечку подлетать. Будем подлетать. Что у меня, значит, по закрылкам? Закрылки все хорошо у меня, сейчас выпущены полностью. Ну, посадка на Cessna примерно где-то в районе... Мы заходить будем на посадку где-то на скорости 65 примерно. Вот, ну пока летим. У меня сейчас трим настроен, то есть тримирование самолета по вверх-вниз, да, если так уж по-русски говорить. Я лечу относительно ровно. То есть у меня, в принципе, вертикальная скорость в районе нуля находится. Я сейчас поднастроил, у меня скорость 100, где-то 2500 высота и вполне себе комфортно. Начинаем потихонечку снижаться, газ убираю. Потому что у нас вон туда мы с вами будем. Вон она полоса, вон она. Вот на эту я буду заходить. Как красиво, ребята. Вы просто не представляете, особенно на мощном железе. Когда железо относительно мощное, а если у вас вообще там 3090, там можно ультра ставить и вообще хер забивать, короче. Вот, так. Включаем у нас положение закрылок 10. И начинаем потихонечку снижение. На дорогу хотел написать, раз ты в небе, тогда мягко. Спасибо большое. 30-й ряд, я вас спрашиваю. Рут, на крыло садись. Коннектор, заходишь, раздел премиум. Румыния, там внизу будет написано Road коннекторы. Заходишь, там прям вот так вот. Эти коннекторы. Так, очень скорость большая. Потихонечку начинаю снижать где-то до 90. И будем потихонечку Ветрище, ветер. Подожди, аккуратно, надо аккуратненько. Надо аккуратненько. Каир. Блин, обалденно сделали, конечно. Вот по этим полетам, ребята, это просто пушка. Чернобыль здесь не обновили. Чернобыль, мы с вами летали, кстати, в Чернобыле. Там была немножко другая ситуация. Там я скачивал этот самый сценарий на Чернобыль обновленный, где была как бы... Ну, как бы все было. Так, 80. Ну, можно закрылки, наверное, положение. Сейчас посмотрю. Положение 20. Нос у нас поднимает вверх, чуть-чуть его тримирую. Лечу на руках полностью, ребята. Джойстик у меня вот, как бы передо мной. Могу показать, если кто не видит. Вот у меня. Жестик у меня такой. Дешманский. Ну, как дешманский, нормально. Пойдет. Красота. Нет, я не то, что раньше торможу. Я сейчас примерно держу скорость в районе 70. Это нормально. И мы идем с вами по глиссаде сейчас, кстати. Видюх у меня 1080, ребят. GTX 1080. Ну, с последними дровами, со всеми делами. 32 гига памяти оперативной. И раз, ну, по 3200 она у меня. По герцовке 3200. И 6-ядерная i7 у меня. Так, в принципе, летим по глиссаде. Впереди вижу белые и красные. Вроде бы летим мы как раз вот на уровень. Можно чуть-чуть даже газка поддать. Ближе к делу будем засаживаться. Следующий полет, ребята, после Египта мы с вами полетаем на Эвересте. Эверест будет. Но прежде этим мне нужно сходить покурить и налить пивасика. Потому что пивас — это тема. Настройки графики высокие. Я могу и ультра поставить, то есть когда я не стримлю... Я на ультрах хорошо себя чувствую, если вот я просто буду летать дома. Для стрима все-таки у меня нагружается сильно видеокарта при OBS. Да, у меня стрим через видеокарту, я ставлю на высок. У меня на высоких настройках. Вот. Так, потихонечку выдерживаю по глиссаде. Ну, плюс-минус я вижу там, да, там примерно 2, 1, 2. У меня есть скорость 70, это нормально. Сейчас будем садиться, ребят. Блин, ну красота вообще просто. FPS обнову выросла охереть как. Я хочу отметить, что выросла, блин... Да-да-да. Это очень ощутимо. То есть где у меня... Было вот у меня там в мощных там аэропортах FPS был где-то 30-ка, то сейчас у меня полтинничек.
Соответственно, весла на дверях есть? Нет. Так, аккуратно, сейчас будем заходить. Я сейчас полностью руками, естественно. Я сейчас не собираюсь тебе скидывать никакие фиксы. Пиши мне в личку ВКонтакте, там разберемся. Я сейчас не могу все бросить и пойти тебе искать ссылку, значит, на коннекторы на все эти. Так. Да, чуть-чуть мы летим не так. Сейчас я попробую. А, высоковато, подождите. Надо чуть-чуть снизить. Надо чуть-чуть пониже. Пониже. Включаю полные закрылки. Графы сейчас покажу, да, я после этого покажу. Вот, потихонечку начинаем. Женька, привет, ребят, всех приветствую. Ну, в принципе, тут особо глиссаду ловить так таковое. Ну, нет, надо, конечно, понятное дело, чтобы более плавно приземлиться. А, скорость у меня как раз в районе 65. Вот. Ну, как бы все четко. Не собираю, ну, как бы я не тримирую, а чисто руками это все дело делаю. Вот, скорость в районе 70. Будем подлетать, там потом малый газ и все дела. Вот мне нравятся вот такие полеты на подобных вещах, хотя они очень такие маневренные, то есть, блин, его держать надо кобздец. Это вам не Боинг, который летит как утюг, да, как бы как танк, в принципе. Здесь прям пипец надо держать. Так, вот, примерно выдержим. В VR можно играть, есть настройки под VR, и функция VR официально добавлена в Microsoft Fly Sim. Но вообще, в принципе, хочу отметить то, что... Я вот говорил про Тоби Трекер, кстати, что его в дальнейшем добавят. Официальная инфа была в Дискорде у разработчиков Тобика, что они сейчас с разработчиками Microsoft по этой теме базарят, и будет обязательно поддержка. Ну, как бы иначе по-другому как, блин. Так, 70, газ чуть-чуть сбавляю я. Мы 70, не-не-не-не-не, все хорошо, все отлично. Все хорошо, лечу я нормально, все супер. Спокойно по глиссаде выдерживаем его. Две белые, две красные. Скорость 65, как раз четко. Сейчас будем подлетать. Немножечко я его, а то у меня он уходит влево-вправо. Эть-эть. Аккуратно. Так как он легенький, мы сейчас с вами газульчику убираю. И чуть-чуть, носик чуть-чуть на себя. Опа. И начинаем тормозить. Естественно, выдерживаю примерно посередине. Вот, собственно, вот такие дела. Сели хорошо, кстати, ребят. Сели прям отлично, мягенько. Прям супер было. Так, это понятно. Главное меню сейчас. Хотя можно не из главного. Задание. И давайте мы с вами полетим Эверест. Да зачем я буду? Я сам летаю. Зачем мне второй пилот? Он мне не нужен. Следующая будет, ребят, у нас гора Эверест. Давайте посмотрим на Эверест. Все-таки это достаточно интересно будет. Дима, это нормально, что файл в папке файл формат нету в фотошопе. Привет, файл формат. Я что-то такую даже папку чуть не помню что-то. Там должна быть папка не файл формат, а плагинс вообще, по идее. Ребят, сейчас продолжим наш стрим. Буквально сейчас налью себе, значит, живительного напитка для смелости полета. Надеюсь, стрим идет хорошо. Вам приятного просмотра. Буквально 2 минуты тормознемся. Приветствую, спасибо. Ксюш, привет. Графони, да, давай сейчас графони тебе покажу, кстати, да, по графонию я забыл тебе. Общие параметры, графики, смотри.
И стала, кстати, игра очень быстро загружаться. Да, и игра загружаться, и полетные все вещи, да, тоже очень быстро стали загружаться. Настройки вот такие. У меня 2К сейчас в окне. Остальное все, видишь, высокая, 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 высокая. Единственное, вот это тоже под высокое. Синтез текстур волн у меня на среднем стоит. Остальное у меня все высокое. Свечение выключено. Размытие выключено в движении, потому что это ибо нахер оно не нужно. И вот частота обновлений тоже низкая. Остальное все высокое. То есть я беру настройки, ставлю высочайшие, ну, высокие. Ну и, в принципе, вот по мелочи, там, что мне не надо, я как бы делаю. А так все вот на высоких. Вот такие вот дела. Тут можно сходу прям сразу задание фигарить прям сразу. Экскурсия, полеты. И они будут загружаться. Прокатимся сейчас по Эвересту с вами, друзья мои. Но через пару минуточек. Будет интересно. Будет интересно. 2 минутки. Так, такс, 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 такс. Ребят, я снова с вами, еще раз всех приветствую в своем канале. Меня зовут Дмитрий, сегодня у нас политушки. И посмотрим обновление мы номер 5, апдейт 5 на Microsoft Flight Simulator. Надеюсь, вам нравится. И достаточно интересно и красиво, и стрим идет хорошо. Меня зовут Дмитрий, канал Доброед. Всех приветствую, с пятницы вас. Хороших вам выходных будущих, ребят, не болейте, берегите себя. Как бы так вот. Специально налил корыто. Целое корыто кваса пенного. Ваше здоровье. А! Ох, Димка, блин. Время 11:47, а я уж бухаю. Ой, господи. Я ж тебе сказал, как найти коннектор на сайте Румыния. Я ж тебе сказал, как. Заходишь на сайт Румыния, раздел премиум, там внизу будет. Зайти на форум. Заходишь на форум, там премиум или Румыния 3.0. Заходишь на нее, там прям внизу написано Road Connection. Ночь, грозы, дождь. Все покажу, все расскажу. Да, привет, все покажу сейчас. Все покажу. Все покажу. Лешка, спасибо, дорогой. Итак, ребята, продолжаем наш стрим. Не забываем ставить лайки, подписываться, супер ВКонтакте. Как-то так. Алкадимка. Да, кстати, у меня к вам одна очень большая просьба. Это самое, сейчас... Володь, у тебя же Steam есть? А, блин, ты же с Украины.
со мной товарищ КВС, ну как у вас, если оно не... Ладно, потом, короче, потом инфа. Короче, высота сейчас 25 тысяч футов, гора Эверест, высочайшая вершина Земли, 8848 метров над уровнем моря, расположена в одной из самых живописных горных систем Эвереста. Блин, Володь, напиши мне в личку, у меня к тебе одна интересная тема есть и просьба, как бы, там, ну, короче, пообщаемся с тобой после тогда уже. Вот. Ребята, сейчас будем смотреть. Лечу я вот на таком вот винтовом. Блин, 25 тысяч, ну, жесть. Кстати, сейчас вот именно на этой локации будут облака. Здесь будут облака, здесь будет прям так, блин, ну я когда летал, я охерел, конечно. Я такой красоты на высоких настройках графики даже не наблюдал, когда вот раньше. Здесь прям, ну, мандец, вот если честно. Во! Вот смотрите. Сейчас она пролагает, естественно, прогружается. Мы летим над облаками. Я сейчас вот так вот буду уводить самолет. Выше. Мы находимся вот в этом вот самбике. Да просто же, ну посмотри. И впереди, ребята, как вы видите, мы можем посмотреть полностью. Они добавили точки с названиями. Блин. Вон они. Сейчас будем лететь, я покажу. Мы сейчас долетим. Самолет, естественно, крутит, вертит, жесть. Если хочу чуть-чуть набрать повыше. Приветствую. Сейчас будет название вершин. Сейчас мы будем лететь. Сейчас я буду обходить. Я специально лечу вот таким вот образом, чтобы просто показать вам, ребят. А, хорошо, все. Состыкуемся с тобой, Володь. Состыкуемся. Скорость падает, потому что слишком высоко нос задираю, но... ладно, я сейчас думаю, нормально будет. Посмотрите, как сделано. Блин. Итак, у нас первая, как бы, типа, вершина под названием Хиллари Пик. Это первое, я так полагаю, восхождение на Эверест, наверное, так. Хиллари Пик, то есть одна из точек таких, да? Спасибо каналу Пятница и Дмитрию Комарову за, значит, за гайд. Или как это называется? Хиллари Пик. У нас здесь Хиллари Пик. Вот эта точка. Идем дальше. Гора Эверест, лагерь номер 3. Где, как бы, передышка, что ли. Это третий лагерь. Здесь у нас выше гора Лхадзе. Это высота уже тоже нехилая такая. Здесь у нас гора Эверест, базовый лагерь номер 4. Вон он, базовый лагерь номер 4. Блин, гляньте облака вообще. Там еще одна какая-то вершина, не знаю, что это. Какая-то еще, что-то не приближает, не хочет, зараза. Сейчас будем облетать. Гора Лхадзе. Вот эти облака бархатные, блин. Игра стоит дохера. Базовое издание 4500, максималка чуть в районе 8, по-моему. И гора Эверест, ребята. То есть самая высокая точка на высоте 8800, там сколько там метров. Гора Эверест. Самая высокая точка. Привет. Специально лечу от третьего лица, чтобы прям показать вам вот эту красоту. Это пушка. Это просто пушка, ребят. Я когда первый раз слетал, я вот так вот, у меня рот был открыт, слюнь текли, сопли текли, все текло, пивас налил и охеревал просто. А я не помню, какой-то плагин, по-моему, если не ошибаюсь, по поводу погоды. Пиратка есть, есть пиратка. Что у нас дальше внизу? Где-то у нас тут внизу что-то должно быть. И, ребят, собственно, гора Эверест. Собственно, гора Эверест. Если мы будем с вами лететь после этого, да, то есть мы облетаем с вами сейчас сам Эверест. Один из самых таких опасных, да, гор восходящих. Я потек от Эвереста просто. Здесь у нас внизу гора Эверест, лагерь. Это, то есть, первый лагерь внизу тоже
лагерь номер два находится, то есть восхождение, да, как они идут, вот, получается, по лестнике. Гора номер два, гора Эверест, лагерь первый. Здесь у нас внизу находится, сейчас я газ сбавлю, сейчас вот так вот попробую пониже чуть-чуть. Это базовый лагерь первый. Вот здесь как бы находится лагерь второй, лагерь третий, там лагерь четвертый, пятый, ну и, собственно, сам Эверест. Дальше у нас вон Сен-Бакче, тоже лагерь базовый. Дальше Лукла вон там у нас находится, я сейчас специально прям вот вниз давлю. Как бы тут, тут критично очень, как бы, да, ну просто показать. То есть, в принципе, по точкам. Файл формат сейчас... Я знаю, что я могу приземлиться, но не на этом самолете. Я на этом самолете не могу приземлиться. Нет, я могу попробовать, но я думаю, вряд ли у меня получится. Хотя, может быть. Хотя, хер узнает, если честно. Вот. Нет, допы, да, не дешевый, согласен, Коль. Приветствую. Мемориал на Эвересте. Это вот как раз вот где там такая херня. Как это называется? Я знаю, что Landing Gear, я в курсе. Я взлетаю, я лечу. Тут даже звуки изменили. Звуки самолета, воздуха, вот этого, как бы... Нет, я каком на руле? Я на джойстике летаю. У меня джойстик авиационный. Я сейчас буду вот так вот уходить. Видите, только крутит. Сейчас я вот так вот выровняю. И мне нужно, я так понимаю, высоту где-то в районе 10 держать. Там, по-моему, Лукла у нас на высоте 10. Вот мы сейчас облетим. Под нами, по-моему, где-то здесь как раз вот идет Сен-Бакче. Вроде бы. А, нет, Сен-Бакче вон он, дальше. На крыльях лететь? Приветствую. Так, пока мы летим, надо пивасы выпить. Мы сейчас летим как бы под облаками, да, облака у нас вон они. Видите, как... Блин, ну красота, ребята, ну это охереть просто. Это просто охереть. Я когда первый раз увидел после вот этого обновления, да, оптимизации, я был в шоке. Вы посмотрите, как это красиво. Как это, блин, мать его, красиво. Нет, я могу на нем приземлиться. Я, в принципе, прикидываю, как там приземляться. Сейчас я могу попробовать, но я не обещаю. Я могу просто не приземлиться. Так, высота 19 тысяч, надо ниже. Мы уходим сейчас в облака. Не видно ни херища вообще. То есть по самолету, видите, да, Сен-Бакче. Поворот у нас идет налево. Будет... Блин, высота и скорость у нас охереть. Подожди. Надо это все дело как-то сбавлять нахрен. Что у нас по навигации? Нет, мы до Лукла еще не долетели. Здесь не видно ни хера. Сен-Бакче, а Лукла где-то вон она, Лука. Да не разобьюсь, Сен-Бакче, вон Лукла, кстати. Вон она, 8,3 миль. Сейчас будем снижаться. Здесь немножко подлагивает из-за большого количества текстур и облаков. Мы летим, видите как. Ну жесть. Как бы я, ну, понятно, что я сейчас лечу не так, как правильно надо. Но все-таки лечу. Так, скорость 200. Там вообще заход на 75. А это 200. За посадку. Ну давай посадим, будет интересно. Я за любой кипиш, только без голодовки. И вот еще один базовый, как бы, типа лагерь, да, Сен-Бакче. Лукла у нас вот, но мне придется развернуться. Мне придется сейчас развернуться, ребят. Придется разворачиваться. Немножко просадки FPS, конечно, присутствует. Ветер, смотрите, как крутит меня. Блин, ну жесть вообще. Лаги бывают, ребят, как бы это... От этого никуда не денешься. Так, 14 тысяч, подожди, 10. Скорость я увеличиваю. Сейчас буду подлетать. Я попробую посадить его. В ближайшее время стрим по Train Sim World. Вообще, я планирую завтра с ребенком Train Sim World 2. У меня ребенок попросил, пап, давай выходные я с тобой как бы это постримлю. Хочу поезда постримить. Я говорю, ну, в принципе, посмотрим. Так что разберемся. Так, смотрите, Лукла, один из самых опасных аэропортов. Там заход охереть просто, вон он. Будет жестко.
А может быть и не будет жестко. Сейчас будут смотреть. Мне нужно развернуться здесь. А чтобы не развернуться, я буду разворачиваться аж вон там. Высота 14. Вот она, взлетная полоса, ребята. Сколько здесь разбилось самолетов, мать моя женщина просто. Я вот сколько читал про это, там, блин, жестко вообще. Все это в горах находится. Взлетка очень маленькая. Смотрите, какая она маленькая. Ну, сейчас, да, подлагивает чуть-чуть. Чувствуется подлагивание, но это... Ничего страшного. Я думаю, сейчас просто прогрузка идет территории. Так, мне где-то надо развернуться, где-то вот чуть подальше, вот здесь вот, наверное. Потому что я так не зайду. Я так не зайду на него. Блин, да я с нихера не зайду. Я, во-первых, лечу высоко. Там высота где-то меньше 10 тысяч, по-моему. Так, ну здесь уже надо, наверное, каким-то образом из салона это делать потихонечку. Потому что, ибо... Блин, ну на таком самолете я хер зайду, я как бы, мне страшно, если честно. Сейчас я развернусь вот здесь, на просторах. И буду заходить. Очень страшно, очень страшно. Так, закрылок первое положение я поставлю, потому что у нас идет заход. Сейчас буду здесь разворачиваться в горах и в обратку. Да, сейчас подлагивает, ребят. Ну, короче, держите пальцы, потому что жестковато это все будет, я так думаю. На такой скорости, на такой высоте, блин, 12 тысяч. Сейчас буду потихонечку я делать поворот аккуратно. Это страшно. Вот вроде бы сим-симом, да, как бы летать-то летать, а страшно. Страшновато будет. Поворачиваюсь. Это очень... Нет, на самом деле это очень серьезный аэропорт. Очень серьезный. Там поразбивалось народу, охереть просто. Нет, я сейчас... Я постараюсь его посадить, естественно. Я постараюсь посадить. Сейчас мне нужно вот так вот это сделать. Я на этом самом не вижу отображения аэропорта. Я не знаю, где он сейчас, если честно. То есть сейчас буду... Так, 175 скорость, 173, 10 тысяч у нас есть. Я сейчас выравниваю. Вижу Луклу. Так, тихо. Все это, зараза, опасно, пипец. Нет, страшно, но прикольно. Да, вот мы летим, я сейчас развернулся. Мне сейчас пройти между скал. Скорость падает. 4. Высоко. Это высоко. И я думаю, что надо уже закрылки выпускать полностью. Да, пол... Воу! Отпустил, блин, зараза. Тихо, лендинг, да-да-да-да-да. Подожди, тихо. Тихо, садимся. Выпускаю я эти самые, как они называются-то, шасси. Выпускаю шасси, скорость падает, соточка. Вот сейчас нормально все. Вот я держу где-то 100, хотя мне нужно держать где-то 75 вообще. То есть я должен, ну, на таком самолете заходить, это пипец, это скоростной самолет. Ой, страшно, еще чуть подлагивает, блин, зараза. Так, тихо. Газ убираю. Мне нужно... Надо определиться, где он-то. А, вон она посадочная. Вон она, все, вижу. Вижу. Сейчас жесть будет. Сейчас, мне надо выровнять. 90. Заходить. Ага, во, вижу, блин. Крутит жесть. Тут крутит жесть. Подождите. Во! Я выхожу на финишную прямую. Тихо. Блин, тут крутит охереть просто от ветра. Да, тихо. Газульку. Ой, не, это, ребят, это ж пипец. Нет, я попробую. Подожди, тихо.
Тихо. Тихо. Тихо! Ну, а четко! Ну, практически четко. Хух, блин! Жесть! Подлагивай сейчас, да. Блин, ну сели, слушай. Нихера себе. Я, мать его, я охерел. Пушка, блин, ватрушка. Охереть! Это было, блин, опасно. А, флапс. Открытые. И брейк. Охренеть просто. У меня ж рука охренела. Не, нормально получилось. Нет, просто понимаешь, тут по заданиям что есть интересное. Вот давайте сейчас еще раз. Смотрите, здесь выполнение посадки. Здесь есть прям действительно вот тема необычные места. И я здесь пробовал луклу садить. Где она? Лукла у меня на Б вышла. Вот тут здесь уже другой самолет. И здесь уже прям, ну как бы, конкретно рейтинг. Конкретно рейтинг. Вот смотрите, сейчас покажу. Полетели. Здесь прям специально на камере показывается, ну, на картинке показывается заход. 95 КТС, 85, 75, и мы заходим на шестую полосу, как бы, в лукле. Сейчас он прогрузится чуть-чуть. Он прогружается, все-таки высокая графика, плюс стрим, все дела. Сейчас, видите, дома появляются. Ну, давайте попробуем. Вот, здесь уже, кстати, не лагает. Мы летим вот на таком самолете. Держим 95, да? Вот я сейчас 97, но здесь смотрите, что. Смотрите, какой здесь туман, блин. Вообще жесть, короче. Летим. 95. Ай, тихо. Положение закрылок. Есть. Так, летим. Где у нас лукла? Подожди-ка, по вот этой всей теме. Вон она. 95, мы стотку летим, многовато. Где-то... А, вон она. То есть мне нужно вот так лететь. А, вон она, все, вижу, ребят, вижу. Держу 95. Снижаю 85. Посмотрим, насколько я сейчас сяду на этом самолете. Блин, донат не вовремя, ребята. 85, 75. Во, я подхожу на... А то коньяк кончается. Подождите, 85. 80. Я подхожу нормально, в принципе. Во. Отлично. Отлично. 70. Закрылки положения full. Скорость добавляю. 75. А то мало. 65. А то я в торец сейчас усажусь. Не-не-не-не-не-не-не. Ты мне скорость давай. Какой 50? Я не сяду так. Опять, видите, ветер, боком лечу, боком. Надо вот так вот дать, а потом повернуть. Блин, ядрить, мадрить, тут жесть вообще просто. И вот в эту синюю точку я типа должен сесть. Надеюсь, попаду. Ой-ой-ой, это я уже козлить начал. Да, я тут начал козлить. Ну и все, и садимся. В тот раз было даже лучше. Сколько у меня? Цешка вообще. Да, до этого было Б. То есть, поздравляем, у меня счет сейчас 409. А я садился на Бшку. Можно и на А, если потренироваться, можно и на А сесть. Блин, рука аж охерела, короче. Ну, таблица лидеров тут есть, кто, конечно, сел там вообще аж почти под 2 миллиона. Есть такие. Чуть перелет. Ну, давай перезапустим еще раз попробуем. Прям мне интересно. Дела отлично, спасибо, ребят. Еще разочек пробуем. Так, по поводу доната. Кто там мне что прислал там, господи.
Кто там? Егор, аккуратнее, а то коньяк кончается. Спасибо, Егор, спасибо, дорогой. Еще раз. Та же самая ситуация. 95. Ну это, блин, надо пробовать, да? 95 я сейчас держу по скорости. Есть 95, 96, тихо, ровненько летим. Потихонечку начинаю снижение. А потом все на Эверест. Ну видите, какой Димка хороший. Вас до Эвереста дотянул, как говорится, все это дело. Со мной не пропадешь, у меня тут экскурсии. Так, держу я 95, естественно, руками все это дело. Лечу вдоль скалы. Тут туманище, нихера не видно. Блин, облака. 95. Спускаю, газ убираю. Есть. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Пусть здесь вот можно... Закрылки положения. Первое. Нос задирается чуть ниже. Вправо вижу вон заход на Луклу. Здесь уже 75 показывают мне. Ну, я сейчас попробую. Просто мне надо выровняться. Чем ты ровнее выровняешься, тем лучше у тебя будет заход. Я пока, видишь, а то я боком летел. Я боком летел. Мне нужно посмотреть сейчас. Ага, вот, все, я сейчас могу, по идее. Заворачивать аккуратно. Во, вижу, 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 вижу. Тихо. Тут еще ветрище фигарит. Здесь погода как бы, ну, типа, серия реалистичная. С ветром и со всеми делами. Вот, в принципе, вот такой... Нет, по идее, примерно вот такой заход и должен быть в реальной жизни. То есть, они же вот так летят. Они же на косую не заходят. И все, я держу 75. Начинаю спускать. Начинаю спускать. Блин, тихо, 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 тихо. Здесь уже 6... Ну да, где-то я должен в зеленой зоне быть. 75 примерно. Нет, газ вообще в ноль перед полосой. Да, но сейчас я сейчас специально снижаюсь. Вот, вот, во. Вот, вот, где-то вот так вот. То есть примерно это где-то вот так это. Тихо, 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 60. Опять, видишь, меня уводят. Ну, примерно, ну, более-менее. Вот сейчас вот хорошо было. Сейчас было относительно хорошо, опять мне под конец ветром, меня ветром сносит. Чё, цешка опять, 405. Ну, до этого я в одного садился на бэшку. У меня получалось на Б садиться. Дальше я не смог сесть. Видите, тут типа точность посадки средняя. Мягкость как бы, ну, относительно более-менее. Пробег тоже минимальный. Но вот точность меня начинает перед полосой выворачивать вот так вот. А там ветер херачит, блин. Короче, пушка, блин, ребятки. Вот. Так. Что здесь еще? По полетам. Экскурсионные полеты. Ну, давайте пролетим на чем-нибудь. Давай Бора-Бора возьму. Бора-Бора, и мы как раз полетим с вами на самолете с гидролыжами. Это будет интересно. Гидролыжи тоже хорошо. Здесь чисто обзорные такие полеты. Ну, я не знаю, где здесь на самом деле взлетная полоса, где здесь вообще садиться можно. Я буду садиться везде, короче. Вот. Как бы так. Да, на воду, здесь гидролыжи у самолета. Вот, видишь, гидролыжи. Во! Бора-Бора. Ну, я над самым пиком-то и летал сейчас только что. Я его как бы сбоку, там высота не позволяет, там очень тяжело лететь. А, видал? Вот так вот эти самые. Оп. И у нас колесики выезжают. Херак. Это если мы будем садиться с вами просто на обычную взлетку. Херак. Здорово, Илюк. Посмотрим. Бора-Бора. Бора. Ну, буквально 5 минут назад стрим перемотай. Бора-Бора. Есть посадка Бора-Бора. Блин, красиво, зараза, вообще. Давай прям сейчас здесь сядем. А потом взлетим.
Так, сейчас я уберу. У меня закрылки. Положение. Взлет. Будем садиться. Прям сейчас здесь сяду. Нет, она очень красивая. Блин, она реально офигенная. Сейчас я потихонечку тримирую, чтобы он более-менее летел вот так вот. Какая-то там фауна, не знаю, фануи. Блин, она красивая, охереть просто. Так, начинаем снижаться. Скорость я чуть-чуть убираю тоже. Но не так сильно, конечно. Закрылки фул. Я специально третьего лица. Нет, я специально третьего лица, чтобы показать вам еще плюс, помимо того, что добавили гидролыжи, они добавили еще, как это называется-то, эффект, вот когда брызги и когда садишься на воду, да, вот это все вот. Нет, можно в воде доехать, можно, вот я сейчас примерно аккуратненько пытаюсь сесть. Вот, 70. Не-не-не, 70 много. Мало, точнее, 70. Тут на волнах сейчас прыгать начнем, кстати. А, видал как? Такой небольшой эффект вот от воды. Видишь, мы прыгали по волнам. Ой-ой-ой. Чуть не перевернулся, короче. Хорош вообще. Чуть не перевернулся. Ну, по мели едем, мель здесь. Риф какой-то. Блин, класс, ребят, я в шоке вообще. Бля, как обалденно сделано. На воде с вами сидим здесь. Это вообще. Можно открыть дверь, короче, искупаться. Но здесь нельзя, конечно. Ну, то есть я, в принципе, ну, да, как на банане. Не, ну я, в принципе, да пиши. Ну, в принципе, можно и, я не знаю, там, в Воронежском водохранилище. Кстати, надо проверить. Слушай, надо проверить, кстати, а действительно можно сесть в любой точке? Разработчики сказали да. Может, я сяду в Воронежском водохранилище у себя, кстати. Так, закрылки, положение, взлет. Вот так. Миг, ну, может быть, в модах есть. Такую графику в ETS, да. Ну давай сейчас мы... Я сейчас в ту сторону развернусь. О, видишь, вот, волны добавили. Раньше их не было. То есть разработчики добавили эту тему с эффектом вот с этим. Конечно, топорно немножко выглядит, но в целом... Давай попробую, ладно. Запуск идет у нас, газ в пол. Где-то 75 набираем. О, видишь, прыгать начинает на волнах. Глиссер поймали! Ну я просто рано, конечно. Скорость очень маленькая. Тут надо закрылки убрать. Во, и не те закрылки поставил, блин. Во, взлетаем. Вот взлетный сейчас. И разгон маленький был, надо было побольше сделать.
В игре ВТС карта Казахстан без названия городов, перевоз грузов. А ты правильно поставил все карты? У тебя версия игры какая? Илюх, привет! Давно тебя не было, дружище. Ну, насчет капель, я, кстати, хрен его знает. Я что-то не проверял. И капли. Здесь погоду нельзя поставить. Ну, может быть. Сейчас взлетаем. Бора-бора. Тени, все дела, как мы летим. Блин, красота вообще. Так. Я сейчас попробую, да, я сейчас облечу, чтобы ребятам показать, как бы, ну, бора-бора. Порядок по твоему видосу ставил, но не все карты. Это тебе нужно в личку мне писать. А, подожди, флапс, у меня же должны быть флапсы открыты. Куда я? А я думаю, что у меня скорость падает, я не так закрылки сделал. Их вообще надо убрать. Во, все, высота пошла. Скорость, высота пошла. Очень красиво. Не лагает, нормально, ребят, по стриму. Все хорошо, все видно. Ваше здоровье. Летчик-алкоголик. Налил ведро. Вот, опять же, возвращаясь к теме кружек. Такие кружки раньше советские были, пивные. Ими убить можно было. Это полное... дешманское стекло, легкие, я не знаю, как воздушный шарик. Я такие вообще кружки, блин, я пью и плююсь. Именно от кружки. Не от пива, а от кружки. Это жесть какая-то. Блин, да как красиво, сука. Это охренеть просто. Во-во, высоту давай набирай. Высота 111, 110, отлично. Так у меня тоже есть советская кружка, есть. Еще с разливухи, у меня их две, у матери. Вот, у матери есть такие кружки. Но она мне их не дает, я что-то как-то и пускай лежат. Я вот себе купил комплект кружек, 6 штук. Они... Это не кружка, это говно. Хотя, извините, по 150 рублей за кружку. За сколько можно блететь? О, да ты охренеешь. Так у тебя не получится облететь. Так, попробую сейчас высоты набрать. Музыка не орет. А почему вы музыку не завезли? Я не пойму. Так, это у нас называется Убора-Бора. Гора Атеману называется она. Такая вот красивая и интересная. Ой, и давай, кстати, раз уж мы... здесь находимся прямо рядом со взлеткой. Давайте протестируем посадку на колесиках, а не на воде. На воде мы сейчас с вами захерачили. А давай теперь на колесиках. То есть мне нужно сейчас что сделать? Мне нужно сейчас выпустить вот эти вот колесики. Чик. Чик. Колеса сейчас выдвигаемся. Отлично. И будем садиться вон на ту взлетку. Давай, чё, нет-то? Так мне надо развернуться. Сейчас будем садиться. Закрылки в первое положение. Сразу уж тогда уж на то пошло. Скорость чуть-чуть уберу. Ай, та-та-та-та, нос задирает. Надо оттримировать чуть вниз. Во, во-во-во-во-во. Чё там по взлётке у нас? Где мы там находимся? Ага, отлично. Сейчас надо выровняться. Сейчас надо... Можно смесь, кстати, убрать. Чё у меня смесь фигарит на хер знает сколько. Я никак не могу в этой Cessna найти регулировка оборотов этого... винта. У них же есть, по-моему, такая штукенция. Так, скорость сбрасываю.
Еще одно положение. Как раз 90. Уходим на поворот. Аккуратно, что слишком большой у нас идет этот самый крен. Вот, примерно 10. Сейчас, подожди. Вот, сейчас я долечу. Сейчас будем сажать, короче. Опять у меня надо тримировать. Нос вниз. Во-во-во, ну чуть-чуть не так, конечно. И скорость поменьше. У меня уже должно быть, по идее... Долго, Саш, долго. Вот так вот. Все, иди, Сашка. Во! Во! Фул закрылки. Не вижу ни хрена. Не вижу. А, вижу. Вижу, не вижу. Скорость падает 80. Колесики открыты. Заходим. Заходим. Я снижаюсь. Все, да, сейчас у меня вот сейчас снижение идет. Я сейчас буду выдерживать примерно 70, наверное. Где-то примерно по этой скорости. Блин, вот эти VR-полеты, они, кстати, классные. Они реально классные. То есть, ну, как бы, есть в каждом полете свои какие-то плюсы. В Боинге свои, да, в гражданской авиации, когда ты летишь на высоте, там, 300, я не знаю, там, эшелон, да, как бы, есть свои красоты. Здесь более такая своеобразная вот эта тема, но все-таки тоже. Так, снижаться я высоко, по-моему, лечу. Да хотя нет, хотя нормально, 79, я сейчас вот так зайду, я даже не буду париться по... да, я не буду, в принципе, париться по... Как это называется? По глиссаде там, допустим, да? Я сейчас как-то вот так вот попробую просто. Да, тихо. Во-во-во, две белые, две красные. Ну, попробую зайти все-таки от третьего лица сейчас, ребят. Я не знаю, как это получится у меня, и не любите такой херни. Но надеюсь для вас, чтобы показать, как бы, вот эту всю тему. При посадке должен быть дым от колес, кстати. Низко или что? Низко. Ну, вроде бы захожу. Вон, видели дым? Вон, дым пошел. Ну, как-то так. В смысле, gears down? А, он говорит, вот, да, здесь же переключатель. Все, я тебя отключил. Все, акстись. Все, акстись. Нет, повторы не завезли, нет. Ну, сил немножечко, конечно, да. Эти колесики бы оторвались у меня в реальной жизни бы. Но в целом, блин, нормально. Ну, как-то так. Красота, слушайте. Красота, блин. Да и только. Так, продолжить у нас. Красота. Решение пока не знаю, Артём, я не смотрел. Ой, ребят, 2 минуты перекур и продолжим дальше наши полеты. Хочу протестить Воронежское водохранилище, реально хочу. Так, Бора-Бора, мы с вами, значит, мы пролетели с вами Эверест, мы летали Гизу, Бора-Бора, у нас еще Неаполь, Бразилия, Нью-Йорк. Вот, гора Фудзияма, кстати. Детский прогулочный. Там нет, но если при сильной посадке, я думаю, что там им мандец настанет. Собираюсь купить на днях 27-е за 300, за 300 баксов. 300 баксов на 7. За 20 тысяч получается. Состояние пушка дает еще в подарок авиаджойстик. Как думаешь, нормально руль? Ну, за 20 тысяч! Угу. Да. Ну, надо смотреть. Понимаешь, что все надо смотреть. У тебя руль должен быть, короче, как? Если ты сам лично приедешь посмотреть его, во-первых, должны быть полностью рабочие кнопки при подключении к USB и к сети. Руль должен калиброваться нормально. Помимо этого, люфты. Вот такие люфты, когда влево-вправо, они могут быть, это нормально. Но вот так вот,
От руля, да, от базы, когда ты берешь руль и вот так вот от себя его дергаешь, такого не должно быть. Если там люфтит, это подшипником мандец настало. Это по факту. У тебя он трещать будет, охереть просто. И, скорее всего, он крякнет. Вот. То есть, вот такой люфт, такой, знаешь, там, тык-тык, немножечко может быть. Это да. Вот я тебе просто, Кирюк, говорю, просто проверь вот эту систему. Если вот так вот он чуть-чуть люфтит, там, тык-тык-тык-тык, это херня. А вот так он не должен точно. Кнопки должны все работать, естественно, калиброваться он должен. Вот как бы вот. Ну, как бы так и дело. Так, Сан-Франциско под мостом, смогешь? Да смогу. Чего нет-то? Сан-Франциско под мостом. Да, конечно, я сплю и мечтаю пролететь под ним. Пролетим сейчас. Вот что делает, значит, чан пиваса, это кваса с людьми. 2 минуты, ребят, продолжим. Так, я здесь. Еще раз всех приветствую, ребята, на своем канале. Не смотрите, что у меня голова мокрая. У нас жарко, во-первых. Очень сильно жарко. Сейчас я после стрима буду ребенку москитную сетку делать, короче говоря. А то что-то эти самые заколебали. Везде послал, кроме ребенка, блин. И вот голова у меня после душа. И вот до сих пор она не высыхает почему-то. Я не знаю почему. Вот. Плюс еще моя коморка Гарри Поттера. Так, у нас сейчас 29-е, 300 в Мэд Маркете стоит. Ага. Ну, в принципе. Но я не знаю различия между 29-м, если честно, Илюш. Как бы хрен его. Илюх, а ты хотел со мной что-то поговорить? Что ты хотел, что-то мне сказать? И что-то мы с тобой это тормознулись на нашей теме какой-то там. Может быть, ты вспомнишь, не знаю. Так. Продолжаем стрим. Пейте пиво пенное, будет морда здоровенная. Вот так вот надо. Тынь. Это квас. Это не пиво, это квас. Только другого оттенка. Короче. Короче, поехали. Такс. Привет. Мы с вами не летали. А, ну давай сейчас мы проверим вот что. Давай я сейчас возьму карта мира Воронеж у ВВ. Вот.
Я сейчас прям с взлетки только возьму самолет, который винтовой Кубкрафтер. Нет, это не тот Куб. А, нет, все правильно, это Кубкрафтер. Ливрейки нету. Берем ее. Будет пузо опупенное. Ну, давайте с Воронежа. Условия полета, реальная погода, как бы, ну, сейчас посмотрим, насколько она реальная в жизни. Алкаш, алкоголик, тунеядец. И просто хороший человек. 29-й стоит ДНС 20. С коробкой 2000 рублей в сумме 22 вообще дешево. Ну как вообще дешево? Блин, тут люди мне пишут в комментариях, они не могут себе Фейстрек Нойер купить за 300 рублей. Вот, ух, ни хрена себе. Ух, ни хрена себе. Давай мы сейчас погоду. Хоть и погода реальная. Время 12. Но погоду я отключу. И сделаю ясное небо. Вот так давай. Давай вот так сделаем, короче. Так, 29,92. Да, правда. Да, Кайман, все верно. Вот сейчас тестирую, смотрю, блин, ну вообще атас. Полетели! Так. Взлет. 600 FPS, 144 Гц. Максимум двигатель, нам практически на максимум. Сейчас взлетаем. У нас с левой стороны, получается, будет водохранилище. 60, 70. Ну, да, можем поднимать уже нос потихонечку. Уходить. Розыгрыш не был еще. Я ухожу специально сейчас налево, потому что здесь у нас сейчас... Да, низ тут, а так я вкус. Сейчас взлетаем. Сейчас. Так, придача еще левее. И Воронежское водохранилище наше. Педаль от ETS я не тестил, если честно. Так, взлетаем. Закрылки положения, блин, полностью убраны. Начинаем набор скорости, набор высоты. Оптимизация, да, у меня кайман на... Сейчас настройки полностью высокие практически. Прям полностью высокие. Две настройки убраны. У меня волны средние и тени, и все. Тюрьма Алькатрас, можем еще заодно посмотреть, посмотрим, хорошо. Илюх, проверим, подожди пока. Сейчас я вылетаю. Высота в районе 2. Воронежский Петра Первого. Начинается Воронежское водохранилище. Ну, то есть оно и есть, это Воронежское водохранилище. Рынок придача, там тоже взлетка есть. Уходим к городу. Поставлю, попробую, снова не буду в нее играть. Ну там, понимаешь, вопрос в чем? Там обнова, блин, охереть. 40 с гаком гигов. И Форт Боярд. А где у нас Форт Боярд находится? Во Франции, по-моему, да, если не ошибаюсь. Вроде как. И тут сразу музыка в голове заиграла от Форт Боярда. Тю-лю-лю-лю. Нет, вот Алькатрас музыка играет из фильма «Скала». И там сразу в голове, значит, этот, как его зовут-то, господи, Николас Кейдж. Николас Кейдж и
Как его там зовут, господи? Неверная настройка смеси. Подожди, а что у меня со смесью? У меня смесь там все хорошо, у меня должно быть. Что у меня со смесью-то? Ну, поменьше чуть-чуть я сделаю. Да, у меня двигатель зашкаливает. Подожди, стоять. Так, летим. Да, подшаманили вроде как, но мы в Дискорде тестировали, косяк с ним очень большой. Он там ребит весь 320-й, который от Fly Bavite. Он прям реально косячит. Еще вроде и торг присутствует. Ну, это надо смотреть, понимаешь, Кирилл. Спасибо, приветствую, Слав. Вейп не прям... Жижа не та. Жижа не та. Давай я пониже чуть-чуть все-таки буду снижаться. Мы летим сейчас над Воронежским водохранилищем. Друзья мои, вот мы сейчас пролетаем. Это пристань туриста, как я и говорил, где мы с отцом ловим рыбу. Железнодорожный мост надо мной сейчас. Подо мной, точнее. Вот. Вот наша заводь. Вот эта заводь, это вот где у отца здесь как бы пристань. Так, у нас начинается северный мост сейчас. Это северный. Так, тихо. Давайте потихонечку я буду, наверное, снижаться. Сейчас отремирую чуть-чуть вниз. Морду. Во, вот так вот. Ну, не так, конечно, но... Но вот как-то вот так. Северный мост. Давай попробуем где-нибудь здесь сесть. Я не знаю, как получится у нас. Либо... А, вот сейчас что я сделаю. Я сейчас по северным мостом попробую. Я сейчас развернусь. Включаю закрылки. Я сейчас развернусь просто над Воронежем. Над водохранилищем. Набережная Масолитинова называется. Или Масолитина, у нас по-разному их называют. Вот она. Дорога идет. Дальше у нас дамба. Вот эта дамба и Чернавский мост. Не-не-не, я думаю, мы сейчас зайдем. Подожди, я сейчас... Вот так вот сейчас развернусь. Я в курсе, что там что-то там очень хероватенько. Ой, блин, стоять! Стоять, что не так? Что не так-то? Подожди, что не так? Проскочил! Что не так? Подожди, water landing, блин, я тут чуть не обосрался. Выключись, эта херня. Ой, он в состоянии, да, здесь добавили обновление, теперь есть гидролыжи и лыжи зимние. Все, можно, да? Закрылки максимум. Все, потихонечку снижаюсь. Конечно, коряво это дело, но ладно. Не, колесики убраны. Макс, колесики, все там нормально с колесиками. Добавили эффект воды, эффект при посадке аэробуса. Добавили эффект пыль, не пыли, дым из-под колес, когда, знаешь, Боинг садится, пш-пш-пш, тормоза. Короче, до хера что добавили. Нормально. Все шикарно. Он разворачивается на воде очень тяжело.
Не, ну делается, да. Оптимизация охереть вообще. Можно вот так вот кататься. Играл. Я знаю, что раздают, но у меня она вся со всеми DLC. Можно рыбачить, да, можно прям сходу рыбачить, короче, на нем, согласен. Блин, не, обновление огонь вообще, если честно. Я хочу сейчас, что я сейчас хочу сделать? Я хочу сейчас на пристань захерачить. Ну, обычно на лодке заплываем, а тут хочу на самолете. Я не буду сейчас, сейчас включу закрылки первое положение сразу. Расскажу, расскажу. Повреждения закрылки не получили бы. А, не убраны. Да и наоборот их как бы это. Я хочу просто доплыть до туда. Как это вообще здесь сделано? Так, блин, аутентично, слушайте. Вот это вот лэп, сейчас которая, я около нее тоже рыбачил здесь. Она находится у нас рядышком прям. Вот она. Мы сейчас проезжаем. Вот она первая, вон вторая видна, и вон там еще третья. Вот здесь я рыбачил около нее. Тоже помню. Мы находимся в заводе. У нас пристань примерно... Примерно где-то... Так. Так. Примерно где синий домик. Может быть даже чуть поближе. Прям в торце где-то вот. Где-то прям вот здесь. Да, это у нас Нептун. Вот этот, где лес. Это Нептун. А это пристань туриста. Но здесь видите, как сделано все? Вот типа мостики вот эти, они такие как бы нарисованы. Здесь сети ставят. Ну да, где-то, где синий мостик. О, где синий дом, наверное. Хотя у нас там синего дома нету вообще сроду, конечно. Ну да ладно. Будем считать, что примерно где-то здесь.
Ну да, все верно. Вот здесь. Когда розыгрыш, ну прочитайте вы, посмотрите видео на канале. Ну, короче, вот здесь вот. Вот где вот эти два дома. Это здесь домик у нас, короче. Не знаю, на винтовых легче садиться. Ну, окейно. Главное меню. И шилом через сушу. Так, что бы там хотели мы проверить с вами? Давайте. Экскурсионные полеты. И что там у нас? Сан-Франциско. Ну, давай попробуем. Сан-Франциско. Окей, полетели. Дим, при этом, можешь, пожалуйста, сделать Сыфтывкар, если тебе не трудно, конечно. Да мне это не трудно, ребят, сейчас. Вадим, ну посмотри, ты сейчас сидишь в Ютубе-то. Посмотри ролик на канале. По всей этой теме. Ролик есть. Там все написано. Азия. Азия, мама Азия. Есть песня у мистера Кредо такая, про Азию. Так. Чё, где летим? А, вон он. Воу! Что с ним? Чё ты глючишь? Это косяк разработчиков, слушайте. Либо косяк игры, не знаю. Алькатрас. Это глюк. Он пьяный. Он пьянь. Пьянь, зараза. Он пьянь. Это сейчас будет у нас Алькатрас. Тюрьма. Ту-ду-ду-ду-ту-ту. Смотрите, вон этот самый Николас Кейдж там. И боеголовки те самые. Блин, а что с самолетом, кстати? Бред какой-то. Это глюк игры. Это что-то с разработчиков там. Поправят, я думаю. Жесть. Ну давай пролетим. Ашан-то где? Ой, Ашан не знаю, Макс. Не знаю. Так, я знаю, что 500. 500. Ниже. Мост Золотые Ворота. Не, ну тут да, тут прям вообще как бы. Дворец изящных и этих самых искусств. Сан-Франциско. Нет, ну прям плавность есть, да, есть такое дело. Мы сейчас на высоких все это дело работает. Но это не тот самолет, который позволяет такие вещи делать. Там есть самолет, который прям, блин. Прям, блин, блин, блин. Трансамерика.
100. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Ой, блин! Разбился. Разбился! Не пролетел. Там, да, там музей тюрьмы сейчас, да. Есть такое дело. Там музей тюрьмы. Музей тюрьмы. Так. А где у нас там эти самые... так. Вот Рио-де-Жанейро, там какой самолет сейчас? Блин, ну обломный вот этот вот самолет. Ну ладно, хер с ним. Тут мы, да, что-то разбились. Я там не сориентировался по скорости, короче, по высоте. И заход был дурацкий, блин. Вот надо было... Ну... Есть такое дело, есть. Разбились чутка. Так. Вечерний Рио-де-Жанейро. Нет, я-то зашел, просто я упал. У меня сваливание было жесткое. Так, трим. Мне надо оттримировать. Вот так. Скала хороший фильм, да. Рио-де-Жанейро, оно вон там вот. Да, Сантос Дюмон. Не, красиво очень, блин. И вообще стабильно, зараза. Стабильно. Статуя Христа. Известная статуя Христа. Очень красиво, блин, ну тут вообще жесть. Давай сейчас поближе подлечу. Здесь хоть работает все? О, здесь вроде работает. Отлично. Блин, пушка вообще. Кафедральный собор Рио-де-Жанейро. Бандитские фавелы, да. Кафедральный собор. Ну да, прогружается как бы, да, но вот. Есть такое дело. Так, это у нас что? А, ну вот, кстати, есть у нас аэропорт. Вон он. Может, на него, кстати, зайти попробуем. Так, нужно чуть-чуть газульку убрать здесь в данный момент. Высота 2170, пониже чуть-чуть, тихо. Федеральный собор. Ну, собственно, сам Рио-де-Жанейро, галеон имени Антонио, что-то там Карло какого-то. А вот, кстати, взлетка. Можно попробовать на нее сесть, если получится. Да получится, я думаю. Сейчас сообразим. Сейчас зайдем. Все, скорость пониже сделаю только. Я думаю, нормально. Да и куда летим? Мы смотрим красоты здесь. Всяких интересных мест. Сейчас я... А, поменяли, кстати, Garmin 1000 поменяли тоже. Они сделали, разработчики. Он другой теперь. Сейчас, подождите, ребята, рассмотрим все. Ну, оптимизация, конечно, прям на уровне, блин. Так, где у нас там посадка? Вон там. Нам туда и надо. Нам в другую сторону чуть-чуть надо. Нам... У нас заход, блин, с моря получается. Спасибо, ребят. Да, высота небольшая, очень маленькая. Подождите, тихо. Высота маленькая. Я еще не долетел до... Нет, я еще не долетел. Я просто по карте сейчас смотрю, по навигации самолета. Я еще даже не долетел. Рано развернулся очень. Так, это у нас мост. А он вон. Сантос Дюмен.
Вот теперь можно разворачиваться. И по идее у нас по заходу как раз мы должны прям четко выйти на аэропорт, на этот самый. Да, ну низковат летим, да, я в курсе, что низко лечу. Да, ниже летим, чем надо, но, в принципе, доброт его. А, левый, ну это не здесь, это, наверное, другой, наверное, разворот. Здесь я очень низко лечу. Ну, ладно. Сейчас попробую так сесть, конечно, я сейчас вот... сейчас так, а я эти самые шасси все выпущено, да? Да. Но низковато, да. Есть такое дело. Тут такое небольшое сваливание идет, 90 скорость. Она сама по себе, кстати, короткая здесь еще, прям пипец короткая. Блин. Да, чуть-чуть меня скосило здесь. Ну, вот как-то так. Так, что-то я хотел. Что-то я хотел еще. Что у нас здесь есть? Неаполь, Нью-Йорк. Российские движения, с ЖД-симулятор есть такая игра. ЗД-симулятор, она там как раз вот русская. Там очень много русских, но она платная. Она платная. Ребят, 2 минуты перекур сейчас и продолжим стрим.
Так, я здесь. Ну что, может быть, что-нибудь слетаем куда-нибудь? Давайте на чем-нибудь таком. Да, то есть по сейчас главное меню. Давайте в Сочи, наверное. Давайте в Сочи. Может, какой-нибудь Сочи, правда? Карта мира. Здесь видишь, как теперь сделали Кайман? Карта мира какая? Здесь теперь симуляция этих самых Google карт, короче говоря, или как она там правильно называется? Там Макс мне говорил, я толком, блин, ну я в этом плане не, особо не соображаю. Вот, но здесь теперь можно конкретно найти там, допустим, свой дом какой-нибудь, да, выбрать точку вылета и уже, короче, это самое. Ну, то есть здесь вот, допустим, Воронеж, да, там. Смотрите, он причем здесь вообще капец. Курск, Острогожск, Лиски, там, блин, ну вообще Елец, там, да, Луганск, Ростов-на-Дону, Геленджик, посмотрим на дворец. Да не, ну здесь, наверное, вряд ли. Так. ОРК, это у нас что идет здесь? Керчь, Керченский пролив. О, кстати! Давай-ка сейчас попробую. Тут он реализован вообще или нет? Где у нас, погоди, Керченский пролив? То есть здесь у нас мост должен быть. Здесь моста нету, кстати говоря. Нет, я просто к тому, что вот сейчас посмотреть, если здесь по Керченскому проливу... Кстати, это пацаны летают всякие. Всякие пацаны летают. Новомодные. Это как бы, ну, реальные люди летают. Джанкой, Симферополь. Саки, Симферопольская. Незак, спасибо, дорогой, за подписку. За спонсорство. Геленджик. Геленджик. Замечательный мужик. Тара-та-тара, Геленджик. Мариуполь, Ростов. Керчь. Ну, здесь как бы, ну, блин, видишь, нету здесь, мост не показан, короче, который построили, да, вот это вот. Его здесь, походу, нету. Ну, как бы здесь его, к сожалению, нету. Краснодар, Туапсе, Сочи. Ну, вот, допустим, если Сочи у нас будет выбрать точку прибытия. Откуда полетим? Ну, давай, допустим, с Астрахани. Сколько будет лететь? Выбрать точку вылета. Блин, до хера. До хера. Минеральные воды, выбрать точку вылета. Час. Да тоже до хера. Она хоть и прямая, но как бы... Кутаиси, Батуми, Тбилиси. Тбилиси. А с Тбилиси, если... Да тоже 2 часа лететь. Какой-нибудь рейсик бы небольшой бы. Стамбул. По морю. Ну, кстати, Стамбул, если не знаю. Ну, если Стамбул, точка вылета. 4 вообще что-то. Геленджик. Ну, Сочи. Если из Сочи. Да Геленджик тут что лететь-то? Как бы Геленджик-то. Это херня. А, подожди, еще раз стоять. Новороссийск, Сочи. Это по этому самому. Ну, они разве летают вообще так самолеты-то? Че он мне ничего не хочет определять? Подожди. Вылез Геленджика, допустим. Или окрестности тоже офнитесь. Так. Точка вылета Геленджик. Сочи. Прибытие. 55 минут. Ну давай на самом деле. Давай. Заход здесь ВВП-1. Да можно прям сходу на самом деле это все дело сделать. Без всяких вот этих вот. Вдоль полетим.
Вылет с 0.6, ВВП 0.6. Вот так. 52 минуты. Это будет верхнее воздушное пространство. Час. Ну, пускай. Давай вот это попробуем, кстати, слетануть. Только вылет у меня идет не с 24-й. А Сочи вылет у меня 19-е. А, пока Геленджик. С Геленджика я вылетаю же, правильно же? Прочти сообщение выше. Там самолет выбери, он тебе считает время. Я понимаю, сейчас я сейчас выберу. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Авиалайнеры. 737 Макс у меня есть, кстати. Нихера себе. А320 Нео, ну я беру классику. Нео это именно стоковый самолет, допустим, Аэрофлот или S7 пускай будет. Вот как бы вот так вот. 17 минут, ну пускай, ладно, хер с ним, это тут лететь-то. По ВВП, значит, заход. Влетаю, ну-ка. Вот, в принципе, вылет, допустим, если заход на посадку 18 минут, при всем при этом, сейчас глючит. Заход на посадку Сочи 0.6, ИЛС 0.6. Вот эта точка, это что у нас за точка вообще? Как-то ну хер с ним, пускай вот так, короче, он как-то будет лететь, ладно. Я не знаю, кстати, по высоте, что у нас там, реальные игроки. Погода реальная, допустим. 17 минут. Камчатка. А где у нас Камчатка, кстати? На Камчатке, я знаю, есть этот, какой-то, по-моему, как он называется? Гора, не гора, а вулкан, по-моему, какой-то, да, на Камчатке есть. Сейчас покажу, давай так, мы сейчас летаем, и там разберемся. Давай так сделаем, подожди, сейчас Геленджик и так в 19, заход, прибытие. Ну, полетели, значит, попробуем. Вправо, сейчас, давай, мы сейчас летаем, тут лететь-то 17 минут. Там лететь особо не это самое. Сейчас попробую я, конечно, не знаю. На 320 Neo устанавливается два новых типа двигателя. ТРТТТ, ТРТТТ. Так. Так. Сейчас прогрузится. Бикон это так. Подожди, а по погоде? Давай-ка реальную погоду. А, все реально. Реальная погода и реальное время. И реальная погода. Во! Эшелон 100, не больше. Ну, наверное, да. Наверное, 1010, я думаю, что не больше. 11 поставлю. Где-то так, наверное. Виван. Ра-т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 а-
Взлет. Герап. А чё не так? А, закрылки, да. Пока руками. Автопилот он. И... Клай. Вот как-то так. Он мне говорит 12 тысяч набрать. Давай 12 тысяч. 2700. Полетели. Их поймешь, спасибо большое. На Камчатке 7... Ну давай посмотрим Камчатку. Посмотрим. Ты мне знаешь, что напиши? В интернете сейчас найди, допустим, любой камчатский аэропорт и ИКАО, я его найду. Так. На Черным морем все дела. Бухта. Как это называется-то? Игра меньше лагает, да. Бухта. Уже снижался. Ну, сейчас 12 наберу и все. И будем, в принципе, сажать. Типичного юзера я бы чуть оторвался от земли, уже автопилот включает. Ну, я такой, да. Нет, ну я мог бы на руках полетать чуть-чуть, как бы. Ну, в принципе, там... Ну, короче, ладно. Посоветуй, пожалуйста, что-нибудь для большего погружения мода или что постороннее. Ну, а для большего погружения что именно? Ну, есть моды. Что тебе именно интересует? Как я тебе так не подскажу? Мы сейчас пустые летим, поэтому высота 3... вертикалка 3600 аж, блин, гля, как херач. У HPP все хорошо. Это пацаны летят, кстати. Если посмотреть по карте... А, блин, не по... Сейчас, секундочку. По карте. Сейчас летят со мной еще вон парни. Вот летит. Они, скорее всего, столкнутся. Вот летит прямо навстречу мне. Это на посадку заходит. Ну, короче, пацаны летают. Моды, например. Ну, я не знаю, какие тебе именно моды нужны. По графике сейчас все хорошо и так. Для большей реалистичности... Ну, у меня сегодня будет видео, кстати, по физике. Вот, а так, графику я не использую. А моды на твой вкус и цвет. Трафик сажает FPS, погодные моды сажают FPS. Как бы, что тебе именно, вот как бы. Так, посадочные, понятно. Посадочные фары off. Биконы проблесковые есть, указатель поворота нету. Можно расчехлить, бухайте, курите, мангалы ставьте. 127 пассажиров-зрителей. Короче, летим. Как я буду заходить, сейчас посмотрим, конечно. По заходу. Ну, блин, тут понимаешь, тут дело даже... Тут мы проверяем именно вот эту тему, связанную с оптимизацией. Оптимизация здесь вообще на уровне... Да, будет сегодня ролик по физике, да. Так, по изоляции. Ну, как бы вот мы летим. Будем вдоль побережья. Уходим вот так вот. И у нас заход на Сочи. Погода как бы реальная. Так. 29.85 у нас идет этот самый. По погоде, кстати. Давай, смотри. Если я сейчас возьму погоду, облачность. Это будет вот так выглядеть.
Это если нереальная погода, а выставление моей. Это дождь. Типа погода, дождь сейчас. Дальше. Снег. Это вот так выглядит. Ну, то есть ниже будет снег у нас идти. Это на высоких, полностью на высоких настройках графики. И шторм, это вот так. Ух, красиво, блин. Охереть просто как. Ну и все-таки реально погода. То, что сейчас в данный момент реальность. И по времени, и по всему остальному. Камчатки, Сыфтыкар, Корт или... А, хорошо, все. Свердловск это не мне. Это какому-то из... А нам заходить вон туда, походу. Я так полагаю. Я думаю, на лазе надо будет снижаться потихонечку. Я просто не знаю, сколько он там мне определил по компуктору. На ла. Не знаю. Прям даже не знаю. Блин, ну красиво, капздец. Ребят, тут... Вот красота, ну несусветная просто. Как это все выглядит? Что вы пьете, Дмитрий? Квас алкогольный. Квас алкогольный. Кстати, ваше здоровье, ребят. Бам. Сегодня пятница. У меня сегодня у брата двоюродный день рождения. Кстати говоря. Я уж поздравил с утра. Брага. Брага. Аэробус, увеличьте скорость. Эшелон 17. Да много, нет. 10 тысяч, все, хорош. Водку я налил в стакан и спросил. И стакан граненый мне отвечал. Сколько? Та-ра-та-да-та-да-та. Так я ж сказал в видео по поводу света. Я ж про это и сказал. По поводу света. Сколько жизни, сколько жизни я своей тарай-рай. Это моя тара-тара-та-тай. Тара-тара-тара-тара-та-та. Тара-тара-тара-тара-та-тай. Тара-тара... Да блин. Тара-тара-тара-тара-тара-та. Блин, до сих пор не настроил камеру, короче. Это типа из салона, короче, пацаны. Анимация присутствует. Во!
У нас уже заход на посадку, кстати, идет потихонечку, я хочу вам отметить. Да? Сейчас я по карте гляну. А, нет, мы подходим сейчас вот здесь к лазу. На лазе я начну, наверное, снижаться потихонечку. До. Он мне не рассчитал ни хера, короче. А, 8... А, 8... На Кагул 8 тысяч. Стоять, подожди. Кагул 8, 3... А, нет, 3... А, вот что дело. Все, я понял. На Кагул 8 тысяч. То есть, получается, мне сейчас... я сейчас пролетаю лаз. На Кагул я начинаю потихонечку... К Кагулу я снижаться до 8... Здесь где-то до 3. И все. И у нас идет посадка в Сочи. Все так же сделаю на 27. У тебя не пойдут настройки. У тебя... как это? Там программное обеспечение другое. Вот, в принципе, разница в чем. Как бы. Блин, как красиво, ребята. Это пипец просто вообще. Я охреневаю. О, яма попала, блин. 320. 29. Я не буду набирать эшелон 17. Сейчас лечу на 12. И пускай будет 12. Тут лететь-то. А то я потом не сяду. Вдоль побережья сочинского. С Геленджика. Реальная погода, реальное время. Оклюеть просто. Выше 3000, если бы она написана 3000 below, значит ниже. А, ну-ка, погоди. Это, а где тут написано 3000 below? А, 3000 А. Во, все вижу. А означает, то есть выше 3. Если бы Б, то значит ниже. Все, значит 8000 Кагул, 3000, ну, выше 3, выше 2. Но здесь уже у меня срабатывает, в принципе, автомат, как бы. Кагул. Кагул. Лаз. Вот сейчас потихонечку я, в принципе, могу снижаться и удерживать, да, вот как мне говорят, 9000 сейчас. А, блин, по камере, камера. Камера, 9000 ставлю. Все, 9, там 8 получается, все, мы начинаем. За 8к просто полетать. Ну, если просто полетать, нет. Есть пиратка. Я понимаешь, я покупаю подписку, которая стоит 120-150 рублей каждые 14 дней. Подписка на 14 дней. И летаю спокойно в свое удовольствие. То есть я не трачу там 6-8 тысяч, чтобы полетать. То есть все, что ты сейчас видишь, это подписка. Платная подписка просто на симулятор. И все. Которая стоит 150 рублей от силы там за 14 дней. И то я летаю не каждый день. То есть я, по сути, летаю из этой подписки, может, от силы раз, ну, дней 5. Но это все-таки 150 рублей, не 5000. Хотя из-за годы, может быть, я ее, как говорится, я куплю в этом плане. Ну. Где-то в Геленджике летит S7. Не, ну я взял S7 на самом деле. Можно было взять вообще Аэрофлот. Ну что-то я так, любую, короче, ливрейку взял. Ну максималку можно добавить руками, кстати. Так, 9000 означает о том, что я включаю посадочные огни. И посадочные фары, наверное, да, по-моему, в такси. Вроде как. Вот так это будет выглядеть. Скорость падает 250, 9000 высота.
Что говорит диспетчер мне сейчас? Сочи. Удержите высоту 8 тысяч. Делаю 8 тысяч. Делаю 8 тысяч. Начинаем снижаться. У нас заход такой будет, да, как бы, ну, большой относительно. Вот он. Квадратный такой. Но это как раз мы выходим напрямую на Сочи. Кагул 8 тысяч, как раз. Нет, как раз, кстати, диспетчер, в принципе, нормально говорит. Он как раз я к Кагулу подхожу на 8. Хотя он мне УВД говорит, набор эшелона 10 тысяч. Ну, это до хера, конечно. Ну, зачем мне сейчас? Снижайся, 2000, говорит, короче. Ну, ладно. Давай. 2000. Хотя, ну, тоже, блин, здесь жестковато. Уже здесь, не, хотя я раньше снижусь. Намного. 2000 высота, ну. Вот здесь я буду выпускать эти самые. Как это называется-то? Я думаю, что я буду здесь выпускать уже шасси. Мы уходим по траектории. Спасибо большое, спасибо. Красиво, конечно. Красиво, ребят. Добавили эффекты воздуха. Теперь воздух на крыло тоже реагирует. То есть, так, знаешь, обтекается вот этим вот... Чувствуется и видно, кстати. Ждал выхода на Xbox, дождался, разочаровался. Она вышла на серии XS, у меня X. В принципе, не разочаровался в игре, так что особо... Разочаровался бы в игре, так что не особо много потерял. Не, ну тут на вкус и цвет, конечно. Если у тебя железо компьютера позволяет запускать, то почему бы нет. А вот, в принципе, для Xbox, да, она выпущена как бы для самого современного железа. Именно для Xbox, потому что Microsoft — это Xbox. Для PlayStation, естественно, нет этой игры, конечно. То есть здесь только ПК и Xbox One серии как раз вот X, там S, да, самых современных вот этих. Спасибо. Да не, потихонечку. Тут я говорю, катаем обнову. Блин, ну класс. Я сам по себе не летчик вообще, ребят, ни разу просто не летчик. Я поверхностный такой человек в этом плане. Хотя мне эта тема очень интересна. Прям очень. То есть я иной раз, допустим, не играю в Call of Duty, но летаю на самолетах. Потому что мне это как бы прям вот достаточно... Я получаю массу удовольствия от этого. Вот. Так, Владимир Тара есть у нас. Есть высота 2. Сразу, наверное, на автомат торможения на среднее поставлю. Закрылки открыты, пока все здесь нормально, все хорошо. Это я, кстати, не знаю, что это такое. Что с фуилом? А, ну здесь уже вот заход идет. Дим, это же ВВС, стихия наша. Не, ну я же служил-то. Это не то. Я ВВС служил, да. Я эти самолеты, как бы, они мне вот так вот. Но... А кто чуть тут Шарм Ла-Шейха там не долетел? Я чуть-чуть не долетел на 747, да, было дело. Согласен. Нет, понимаете, ребят, тут я выражаю большую благодарность ребятам, которые помогают, поддерживают и... И, значит, и показывают, да, и рассказывают мне, да, все-таки я в этом плане лох, если уж так говорить. Я выражаю большую благодарность и Руту, и, блин, и Кайману, и Джеймсу, тем ребятам, которые, в принципе, рассказывают, подсказывают, показывают. И говорят, что из себя представляет, и какие-то делают комментарии по различным системам, и взлету, и посадке, и так далее, и т.п. Это все-таки важно для меня, и я, как бы, этому рад. Я прям не летчик. Я прям не летчик, но... Ну, мне заходит, ребят, мне действительно очень нравится. Хотя меня Макс, Рут, все-таки каким-то образом... Короче, Microsoft для девочек, летаю в X-Plane. В X-Plane, конечно, тяжеловато будет. Но все будет видно по СДЭКу.
То есть, когда, значит, СДЭК решит вопрос с товаром, там посмотрим. А то места нет. Я даже Battlefield 5 не могу поставить, о чем речь. Фредди, снизься спокойно, спеши, иди по схеме, слушай диспо. Задержки смотрел. А, ну ты пролистай, у меня минимальная задержка стоит. Так, 3200. 3200 у меня, в принципе, если смотреть по табличке, первые 230 я могу включить закрылки положения 1 сразу. И закрылка 200, положение, в принципе, наверное, ну, 2, наверное, вряд ли. Хотя нет, 2, наверное, уже, да? Да, мы снижаемся 180, 185. СДЭК уже едет. Закрылки положения 2, 183. Опять же, по этим я смотрю 200, 3, 185. Ну, пока сейчас пускай снижается. Пока пускай снижается. Сейчас ближе к делу, наверное. Пока мне ничего не говорит он. Рано? Ну, пускай 2 пока, я 3 не буду делать. Пускай так хотя бы это будет пока что. Мы сейчас как раз пролетаем по заходу, мы идем по вот этой всей теме. Вот сейчас на развороте 3, закрылка. Включаю лог, включаю LS. Вот. Сейчас идет связь у нас. Рановато, ну, блин, ребят, ну, я же не летчик. Тени тут такие, короче, над водой, блин, класс. Так, Сочи, заход на посадку. На высоте 3, снижайся до 2000. Мне говорят, они. Я делаю, а, ну 2000 я снижаюсь. Он мне, кстати, что-то не-не-не-не-не. 2000 я сказал. А, во, пошло, 2000. Идет поворот. ЛС я включаю. Можно, в принципе, уже, наверное, открывать шасси, ну, наверное. Привет, у нас небольшой такой рейсик обзорный, вообще понтовый, там, на 20 минут от силы. Это Геленджик, Сочи, то есть мы, в принципе, по этому самому побережье. Идет у нас все, доворот напрямую. Ага, есть контакт, отлично. Тени, все дела, красота, блин. Вон впереди у нас сочинский, значит, аэропорт. Высота 200 у меня выдерживает. Глиссаду я поймал. Закрылки положения 3. Предпосадочные. Лок я включаю тоже. Все. У нас, по сути, идет как бы прямая. Идет прямая. Здесь уже у нас, в принципе, режим заход на посадку. Закрылки full тоже ставлю. Все, пошло, 140. Колесики Gears, это другой Gears Up, короче говоря, как бы, ну, вы меня поняли. В Адлере, да, ну, нет, в принципе, можно здесь поставить тогда уже вариант, если он здоровый, взлетка. Здесь можно поставить автомат Low. Так. Шасси есть, это есть, закрылки full. Заход режим на посадке, ЛС, все есть. Все. Мы как бы подлетаем. Мы как бы подлетаем. Глиссаду я ловлю по низу. То есть вертикал, как бы, да, там, или как это правильно называется. Спасибо большое, ребят, спасибо огромное. Ну, посмотря мои такие никчемные, короче говоря, слушай, Фредди, ты вступай в группу к нам в Дискорд. Мы там сидим. Ты можешь задавать вопросы и все остальное. Армирую спойлера. Да, кстати, армировка. Ну, вот. Вроде как. Так, Сочи, заход. Заход ЛС, значит, шестая. Сочи, диспетчерка 2988 есть. Скорость, заход разрешен. Все отлично. Мы подходим. Мы подходим. Да. Все супер. А, верни на рычаг.
А, во, да, я не так сделал. Все. Все, да, я не так сделал, да, все. Так, заходим. Полоса у нас на уровне. Отлично. Все потихонечку. Да, и все уже вернул, да. Есть так. Бам. Не, красиво, блин. 2140. Летим. Полностью заходим. Следи в сеть. Я не знаю, бродяга, привет. Я информации такой не слышал. Ничего сказать тебе по проекту Палыч не могу. Где оформить подписку на МФС Steam? На Steam, блин, как тебе объяснить-то русским языком? Напиши мне в личку ВКонтакте, я тебе скажу точно все. Немного поворот некорректно, я поставил твой профиль влево нормально, а вправо стоит повернуть, в голову пропадает сигнал. Лех, это у тебя, наверное, либо с камеры что-то, либо зайди в настройки камеры, у тебя может быть камера зеркалит. Там есть функция отзеркаливания в любой камере в вебке. Может быть из-за этого. Опять же, под каждую камеру нужно настраивать эту всю херню. Как-то так. Рут! Макс, ну я тебя сейчас, короче, в Сочи сажаю. Там чаще шашлыки, машлыки, все дела, короче. Черное море, медузы, волнорезы, короче. Люля-кебаб, значит, кабаки. Курица, значит, цыпленок табака. Но у меня все включено. А, подожди, не, посадочные нет. У меня включено посадочные фары. Есть крылевые огни, освещение, ну это ладно, огни, маяки, проблесковые. У меня все включено, все, что надо. Сейчас. Я на этом. На жестике. Сразу на пляж. Ну, сейчас. Сейчас сядем, я это самое. Все, словили мы глиссаду. Потихонечку. Все, начинается у нас снижение по ЛС. Отлично. Димон, гоу через Абхазию, мне за вином надо. А, Палыч слил? Не знаю, мне Палыч ничего не писал. Я контачу с Палычем напрямую. Информации не было никакой по поводу там слития какой-то и все остальное. Я в группе состою проекта. Я такой инфы как бы, ну, не слышал. Так, следующий за дженерик. Это за человеком. Ветер, точно скорость 5, разрешена посадка. Все отлично. Все, сейчас будет снижение. Приземление, полоса 6. Снижение есть. Да, не так нажал. Снижение есть. Там чувак еще, кстати. Так, один взлетел, он полетел, пацан. Ну все, снижаемся. Главное не обосраться, короче. 29.88, все отлично. Так, все отлично, все. Заходим. 140. А посадка, значит, диспетчер снимает. Нет, он не снимает, он тебя ведет. Он тебе говорит, разрешает посадку, но все уже остальные как бы вещи посадки твои. То есть это уже зависит от тебя. Привет, ребят, приветствую. Так, заходим. Заходим. Сочи. Аккуратненько. Сейчас я быстро. Чек камера сбросить. Положение 500. На, лечу. Он сейчас не сядет сам. Мне придется в любом случае. Это реально люди летают. Free. Да. 2. Ага, вот что он мне говорит. Я снимаю этот самый автопилот. Все. Впереди меня взлетает, пацан. Нихера. 40. 1. 30. Вредан.
Реверс. Вау, мать моя женщина! Друг мой! Жесть какая просто! Типично, типично. Так, ну теперь, в принципе, тут у нас идет стиль охеретительно просто. На той строчке земля. Ой, нет, 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 нет. Настроить Сочи. Сочи земля. Запросить. На стоянку. Запросить управление гейтом. Во. Посадка! Кайман, посадка просто была охеретительна. Как, почему я так не делал? Почему я так не садился, ты мне объясни? Так. Руление по гейтам, ну. Ну, какой гейт 7, использование рулем дорожки 7, пересечение на та-та-та-та. Какая там посадка у меня, яху. Я хер его знает, короче, если честно. Да, в середине, ну хер с ним. Не, сел я хор... В принципе, с такой ситуацией было быть не могло, это очень... Да хватит, нормально. Не, сел я хорошо, кстати, я мягко сел. Так почему мне не дает он диспетчер? Он мне не дает вообще ничего, как бы я... Гейт 7 с использованием рулёжной дорожки Б, пересечение полоса 24. Это где это? Куда я должен? Нет, ну в реале понятно, такого не может быть, это по факту. Так, пересечение гейта 27. Куда мне уходить вообще, короче? Он мне ничего не показал. Я не знаю, куда, короче. Мне на гейт какой ставить. Пересечение 6. Я хрен узнаю куда. Наверное, где-то здесь, короче. Там вон пацаны летают, кстати, с... Тут видишь, в чем фишка? Тут ливреи разрешены, Россия. Вон, российские летают. Да, короче, хер его знает, ладно. Пускай будет здесь. Короче, ребят, сейчас буквально 2 минуты перекур и продолжим стрим.
Так, я здесь. Я здесь. Куда мы садимся, я хер его знает, потому что я в этом плане вообще не соображаю, если честно, наземное обслуживание. Гейтс, используем рулежки. Да я хер, вон, прямо сейчас встану, да и все. Сейчас прямо встану. Короче. Куда-нибудь вот сюда. Доеду. И все. Ну, как-то так. Наверное. Побочнее давай. Ну, я в этом плане особо не... Блин, горы красивые прям вообще. Ну, вот как-то так, наверное. Как там запускать... как там это все работает? Я уже не помню, блин. Там включаешь мастер свитч, да? Вот это, по-моему, да, что-то такое. И движки, и движки выключаешь, по-моему. Что-то в этом руде. Руди. Короче, ладно. Ну, как-то так. Короче. Ладненько. Ладненько. Ну, сели нормально, все хорошо. Отлично. И это прям шикарно. Так. Давай сейчас, ребята просили посмотреть, сейчас я выше пролистаю. Пива мало, 1,5 литра это мало, кстати. Это прям очень мало. Я тут, значит, в плане у меня, значит, ну, руки музыкальные, как бы завести спустя херово тучу времени гитару и что-то как-то, ну, вроде бы не по плану. Ну, вот, вот. Так, Ярослав, покажи Камчатку. Сыфтыхкар. Давай вот так мы сейчас сделаем. Вот. Нет, не то. Подожди. Сыфтывкар. Сейчас грузится. Подождите. Симулятор прогружается. Опа, вылетел. Сим вылетел. Вот это я заметил тему, короче, он вылетает. Есть такое дело. На сигналку не поставил? Ну, почти. Вылетел Сим, ребят. Сейчас загрузится, подождите. Я заметил, что из-за повышения производительности всех вот этих фичей, которые добавили в обновление 5, все-таки вылеты у меня зачастую начали появляться вылеты в игре. Вот. После обновления перестал работать джойстик. В меню работает круглый курсор, а как заходить в игру не работает, может даже на водочку. Я не знаю, я просто... это самое. Володь, я просто отключаю... Короче, привет. Я просто отключаю джойстик. Захожу в игру и включаю джойстик. Он показывает, типа, настройки твоего джойстика. Как бы применить по умолчанию. Пишет, да, и все, и работает. Можно ссылку либо в Discord скину. А зачем скидывать? Есть группа ВКонтакте, Палыча, и там все есть. Как бы, ну... Как бы все есть. А, ну хорошо. Сейчас, подожди, Камчатка, сейчас. Сейчас, Камчатка UHPP. Сейчас загрузится, ребят. От меня и от папы желаем вам здоровья, мира, позитива, лайк поставили. Спасибо, Никит, спасибо, дорогой. Папе привет. Хороших вам выходных, хорошей пятницы, легкой работы, легкого отдыха, не болейте. Это самое главное. Ну, как бы у меня такая тема, короче, он загружается, сим, а потом я запускаю самолет уже, когда он стоит на взлетке, либо на гейте, там где-то стоянки, я втыкаю джойстик авиационный, он мне раз настройки выкидывает, типа, ну, поставить как бы стоковый, я говорю, да, и все. И все работает. И все начинается работать. Так, сейчас. И вот, как вы видите сейчас на экране, ребята, исследуйте мир, экскурсионные полеты. Здесь как раз вот представлено то, что называется тем, что как бы, ну,
Что добавили разработчики, да, возможность вот этого вот дыма, пыли, там, я не знаю, ледяных каких-то вещей, водяных вещей, вот вода, горы, неизвестные территории, то есть мы можем сесть, в принципе, в любую точку планеты, и будет как бы из-под колес определенный эффект там гравия, воды, снега там и всего остального. Как бы есть и такая штука. Помощь в полете. Да, теперь есть ассистент. Они переработали учебные полеты на легкомоторных каких-то вещах, да, вот типа Cessna. Здесь уже представлено полностью введение в самолетную какую-то деятельность, начиная от введения, в принципе, что из себя представляет самолет, какая приборная панель, что из себя представляет вообще каждый индикатор, газулька, взлеты, посадки, указатели и все-все-все в этом духе. Так, это получается, что еще раз у нас? UHPP. Ну давай сейчас в поиске напишу. UHPP. Это у нас Петропавловск-Камчатский. У нас ночь. Я сейчас приближу. Условия полета. Давай сейчас вот так вот день сделаю. Ты посмотришь вот так вот, как это выглядит. Во. Сейчас ближе, ближе, ближе. Горы, вулканы, все дела. Ну, то есть это сейчас выглядит вот таким вот образом. Перрон, стоянка. По территориально, да, там Елизово, да, Елизово, наверное, правильно. Николаевка. Вот. Ну вот посмотри, как, в принципе-то, вот пионерский, новый. Это сейчас такое вот как бы обновление, да, в принципе, симулятора в целом, как это выглядит. Похоже хоть что-то, да, есть какие-то, наверное, все-таки отголоски, потому что я Воронеж смотрел свой, где я живу, да, город Воронеж, и очень похож. Нет, и сегодня просто такой обзорный. Тут не по заявкам, я просто как бы, ну, обзор обновления пятого, скажем так, вот этого апдейта Microsoft Flight Simulator. Сейчас мы пролетали, мы летали и на легкомоторниках различные, там Египет мы летали, значит, Лукла, это Эверест, это все вот в этом духе. И вот сейчас был небольшой такой у нас на гражданском аэробусе 320, у нас был полет с Геленджика до Сочи, такой буквально там 17 минут. Ударение на первую Е. А, Елизова, наверное. Елизова, во. С Камчатки как раз и вот. Ну, Елизова, да, вот. Ну, посмотри, я сейчас показываю, в принципе, вот эту территорию. Ну, я думаю, ты найдешь, наверное, Семен, там, свой дом или примерно, не знаю, там, улицу, либо район свой, как бы, вот, как бы, максимально я могу приблизить, вот, примерно вот так вот, да, чтобы ты посмотрел. Наверное, похоже, да, как будто... Е-е-е! Лиза, Вадим. Хорошо. Хорошо. Привет, ребят. Ну вот как-то так, короче говоря. Ближайшие, да, там Николаевка. Тоже какой-то есть здесь небольшие взлетные какие-то полосы. А я могу сам заработать и набрать на iPhone? Ну зарабатывай, набирай на iPhone. Пионерская, Ты но... сам не даешь деньги, и В ты просто смысле, не сам платишь. не даешь деньги. Подложка, да, она подложка по умолчанию здесь добавлена с новым обновлением. Теперь как бы здесь все это дело наблюдается, как бы видно. Вот. Ну, как бы так. Так, что там еще получается? У Ярослава, да, он хотел... Он сохранился или нет, кстати, Ярославский поиск. Сейчас. Найти, подожди, Ярослав. Найди Ням-ням-ням-ням-ням. Леха, Ярослав, Камчатки. Продублируйте, пожалуйста, а то я что-то, блин, в чате не могу найти, ребят. Блин. Тихо, блин. Да ёперный,
Да и блин, да чат-то, господи, не могу никак скопировать. Гля, вообще жесть какая. Сейчас я сброшу. Выбрать аэропорт в поиске. Сыктывкар. Сейчас прогрузится. Не, Камчатка сейчас показал ему. Так, то есть по территории верхний Чоф, нижний Чоф, Сыктывкар. Вот так это выглядит по территориям. Но я поставил специально день такой, чтобы было видно, потому что я сейчас поставлю реально, вы не видите вообще, не увидите вообще ни хера, будет ночь. Здесь, ну, как бы реальное время, реальные полеты, реально все. Вот, то есть здесь, в принципе, по территориям, да, вот рядом тут Выльгорд, Сыктывкар, Петра, Истамина. Или как это правильно, да? Истамина, да, ну, как бы... Сейчас обновление такое. Похоже, да? Ну, видишь как. Так, ULAA. Давай посмотрим ULAA. ULAA. Архангельск. Это у нас Архангельск. Смотри. Талаги, ТИС. Какой-то целлюлезник. Сам Архангельск. По территориям. Малинка. СНТ Веченка какая-то. Ну, собственно, вот так это будет выглядеть, ребят. Левее Северодвинск. Да, Саш, ну хватит. Чё ты балуешься-то? Похоже, ребят. Территориально. Ну, вообще, как бы, должно быть похоже, конечно же. Новочеркасск, какой там у них ИКАО? Здесь живешь? Ну, понятно. По Bing-картам. Это не через Bing-систему, да, все это делает? Потому что Bing это вообще поисковик, по-моему, если не ошибаюсь. Что-то такое. Похоже, да, ну, видишь как. Сейчас давайте пока, ладно, экскурсионные полеты, мне интересно вот что посмотреть. Саш, да, Саш, чего? Это сколько стоит? У тебя написано 90 тысяч. Это смартфон? Это смартфон. А это... Давай, Несс, удачи, дорогой. Давай Фудзияму посмотрим. Поехали. Это буквально обнова была 20... По-моему... Позавчера, по-моему, она была, эта обнова. На Microsoft. 40 гигов размер. Полетели. О! Пушка! Ну-ка, выше, 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 выше. Мы сейчас будем уходить с вами выше. Фудзияма, Япония. Действующий вулкан, который может бомбануть. Сейчас пока пролагивает вот эта вся территория, да, как бы, ну... Я не только. Хорошо. 91 тысяча написано тебе. Да, надо набрать 90 тысяч. Ну, я не знаю насчет того, как бы насчет. Лиза Мякина передает тебе привет. Хорошего полета. Лиза Мякина передает тебе привет, хорошего полета. Лиза Мякина, это канал Лиза, наверное. Спасибо большое. Спасибо. Ну, наверное.
А так, спасибо. Спасибо, ребят, спасибо огромное. Ну чё, это самое, Макс, мне расчехлять гитару, но это надо, короче, идти, значит, в этот самый, как бы, ну, по-другому никак. Это надо мне идти. Я по-другому, как бы, не могу, мне нужен допинг, как бы, ну, сейчас я тренирую самолет повыше, чтобы ровно летел, 128 скорость, 5000 высота. Отличненько. Полетик есть. Ребят, территория Японии сейчас у нас. Какой я у вас тут географический, да? Стрим сегодня такой географический по полетам, кстати. Набираем высоту. Специально я хочу повыше, чтобы показать этот самый. Пятница же, 90 человек на стриме, когда есть не сегодня. Пролетаем сейчас как бы на территории, в принципе, Японии, да, потому что в Японии находится данный действующий вулкан. Почему так мало зрителей? Ну, не всем заходят полеты, если честно. Ну, так пятница же, само собой, вьетнамки должны быть намотаны. И просушены еще со вчера. Ребят, ну скажите вот честно, да, вот вообще сидит там 100 человек на стриме, там 90. Ну разве плохой стрим? Ну что, я упал лицом в грязь? Плохо разве? Да, по-моему, нет. Мне, кстати, вот тоже немножечко обидно, почему такое количество людей. Хотя 90 человек это тоже показатель достаточно большой. Но все же я стараюсь для вас показать вам красоты, обновления, да. Все вот эти, блин, вещи. Просто обалденнейшие вот эти все, как бы, территориальности, да. Там какие-то вот рельефы, погоды, да, там достопримечательности. По-моему, классно. Ну, по-моему, классно, реально. И я только за ради таких стримов, на самом деле. Как бы, ну, класс. Не, ну, АТС и ТС, потому что у меня канал заточен именно под все это дело, понимаешь, о чем речь. Вот, как бы вот так вот. Я сам по себе не летчик, но я стараюсь, как бы, да, все-таки более информативно это делать и стараться, как бы, не упасть тоже лицом в грязь и стараться, как бы, управлять самолетом более, ну, профессионально, что ли, если уж на то пошло, да, потому что все-таки это сложно, на самом деле, в любом случае, летать на самолетах достаточно тяжело, ребят, это, ну, такое себе, как бы, это правда тяжело. Это нелегко. Вот я сейчас управляю полностью руками, как бы. Я сам регулирую трим, там, да, вот высоту. Нет, Лиза Микина просто девушка из Сергиев Посада. А, ну, Сергиев Посада, привет, спасибо большое. Спасибо и Лизе. Спасибо огромное. Спасибо. Я рад, что вам нравится, ребят. Спасибо огромное за поддержку. Спасибо. На литр пивка хватит. Спасибо. Ребят, Фудзияма. Или Фудзияма, как его называют, а еще его в Японии называют как Фуджисан. То есть, знаете, из серии как армяне или, ну да, в принципе, армяне называют как бы, ну, джан, да, как бы дорогой. То есть, если, допустим, скажу там, я не знаю, там, Илья Джан, то есть это означает, что дорогой Илья, как бы, то есть уважение к человеку. Также и здесь, в Японии. Это глобальная просто вот эта тема с этим действующим вулканом такова, что они к нему относятся с уважением. Он является как, да, Фуджисан. Плюс к этому эта территория этого вулкана не относится к Японии. Япония и государство Японии, это не является в собственности государства, это является в собственности монахов. Еще изначально, как бы давным-давно, император передал территорию и этот вулкан, как бы, под монахов. То есть есть где-то рядом здесь, вот точно не знаю, как бы, где это находится, есть храм монахи, да? Вот, который как раз, эта вся территория и вулкан принадлежит им. По древним каким-то там вот этим вещам. Ну, достаточно интересная такая тема, если честно. Пролетаем мы с вами как раз над Фудзияма. Я высоту набрать не могу, к сожалению. Очень-очень, блин, самолет не тот. Если бы я сейчас летел бы на каком-нибудь Боинге, я бы сейчас бы, наверное, набрал бы высоту 1000, наверное, 18, да, чтобы подлететь над самым прям вот жерлом. Но, к сожалению, не могу это сделать. Не дает самолет это все сделать. Но все же. Но все же, ребята, посмотрите, как красиво.
Хорошо, раз... Да нет, я просто про это читал, на самом деле. Была вот эта тема, я про нее читал. Я про нее читал, и как бы, ну, в действительности так. То есть Япония, государство Японии, как бы, на, власть над территорией близлежащих вот этих вот поселков и самого вот этого вулкана не имеет отношения никакой. То есть это давным-давно императором передано когда-то, либо в каких-то там веках передано монахам. То есть это вся территория именно монахов. Сейчас попробую я, вот, я повышаю скорость, как бы, и высоту, да, то есть держу я, конечно, скорость у меня маленькая, но высота набирается, то есть 11 тысяч, не знаю, ну, наверное, придется кольцевать вот так вот вокруг него, чтобы набрать такую высоту, чтобы показать вам жерло этого вулкана. Ну, блин, это красиво, ребят, это очень красиво, это, ну, это просто оклюеть. Не в жизни бы столько про Японию, а... Рут, еще полторашка пива, ты не только это узнаешь. Ну, я шучу, конечно. Класс, вообще, очень красиво. Ядрить-мадрить, а? Это красота. Не, по факту так, ребят, на самом деле. Вот, по факту, вы можете прочитать эту тему, как бы... Блин, это очень красиво, это очень, ну... Информативно. Да, по высоте я чуть немножко, у меня нос уходит, мне нужно скорость набрать, я не могу на самолете на этом. Да, он мне показывает, типа, по соотношению высоты и скорости, я хероватенько у меня. Ну, в принципе, 12 тысяч с половиной я набираю, сейчас попробую облететь. Кратер Хуэ. Какой-то там кратер Хуэ, не знаю, какой там кратер Хуэ. Как правильно, как он? Хое. Хое. Не хуе, а хое. Не путать с тем самым матным словом. Хое. Хое. Во. Набираю высоту. Мне хотя бы 1015, чтобы взлететь над ним. Давай, давай, ну подымай чуть-чуть. Ну давай, 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 ну подымай. 12903, давай. Да, он мне говорит о том, что, блин, скорость у меня падает. У меня скорость низкая. И он специально, видите, как у меня... Я пытаюсь набрать 13 тысяч. Ну, давай вот так сделаю. Я сейчас тогда вот сильно не наберу, но я попробую... Тихо, 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 тихо. Я понимаю, да, 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 не кричи. Я знаю, что у меня все плохо сейчас. Набирай высоту. Так... Так, 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 так. Во-во-во-во-во. Во. Все для вас, ребят. Это типа жерло вулкана. Он действует. Если он бомбанет, это будет как с Помпеей. То есть Японию нахрен просто. Потому что Япония находится действительно, ну, рядом. С этой всей темой. Как-то так. Давайте воспользуемся помощником и найдем ближайший аэропорт. Я не знаю, где он, но давайте потихонечку снижаться, наверное. И аэропорт это у нас, как называется, Готемба. Это вон он. Открою карту, посмотрю, чтобы нам сесть, ну, посадку сделать все-таки, да? А, здесь вот рядом еще есть какой-то, кстати. Давай до Готемба долетим, наверное. Или он далеко будет? Да и нет, он как бы вот здесь уже. Короче, будем садиться потихонечку здесь. Скорость убавляю, снижаемся. Да, я в курсе насчет того, что обновили Сканию. Где Готемба, кстати? Что-то я не пойму. Где я лечу сейчас? А, это он и есть, Готемба. Вот он. А, ну все тогда. Тогда все четко. Тогда мне надо снижаться потихонечку. Я сейчас скорость сбавляю в ноль. Практически, чтобы нам снизиться. Сейчас разберемся, короче.
Но нам надо посадку сделать обязательно. Блин, ну красота вообще, ну жесть просто. Работает, да? Ну отлично. Так, убираю скорость вообще в ноль, потому что он меня превышает. А, вижу, где садится мне садится аж вон там. Вот на взлетка. Посадочная полоса. Давайте, наверное, будем снижаться вот так вот. Я сейчас буду делать все-таки снижение в эту сторону. Аккуратно. Вот так вот. Потому что эта высота большая. Прям пипец у меня сейчас. Мне нужно заходить. Да и дела нормально потихонечку. Это у меня аж вон там аж, да, он. Блин, это я высоко. Я очень высоко, надо снижаться. Придется разворачиваться здесь. Закрылки в положении пока средние. Скорость у меня падает, но по-другому я никак не могу сделать. Сейчас над горами я попробую облететь. Сейчас тримирую самолет вниз мордой, чтобы он начал снижение. 9000. Ну вот как-то надо выровнять его. Чуть-чуть я выравниваю. Во, относительно вот так. Отлично. 8000. Давайте разворачиваться потихонечку. Я думаю, я сейчас на нем буду снижаться как раз вот. Как красиво, друзья мои. Это, блин, вы не представляете просто. Ну, как бы, я не знаю, YouTube передает такие красоты или нет. Но, блин, мать моя женщина просто. Если честно. Это неописуемо как красиво. На высокой графике. Блин. Просто YouTube умеет как бы мылить все это дело, да, мылить картинку. Так, ага, вижу. Над горами пролетаем в районе 7 как раз тысяч. И вот Готембо у нас будет посадка. Шасси у него не убираются, поэтому, в принципе, это будет вот так выглядеть. 6 тысяч. Тихо. Держим. Так, по идее, где-то вот так я буду сейчас садиться. Я просто не вижу именно, где там полоса. А, она сбоку. Мне нужно вот сюда дать аж вообще. Блин, вообще капец какой. Ладно, сейчас соображу. 6 тысяч, 5 пошло у нас. 5800. В 2К, ну у меня сейчас 2К игра как раз и работает. Так, в принципе, ух ты ж, блин. Вот это меня сейчас тряхануло. Блин, наш самолет кувыркнулся. Так. Пока полечу прямо. 4000. Скорость 95, в принципе, нормально. Как раз там посадка в районе 65 будет у нас. Вертикалка 1,5. Нормально. Я думаю, сейчас зайдем как раз. Так, закрылки у меня в полное положение сейчас. Я сейчас думаю, нормально сядем. Все будет у нас хорошечно. Так, вот мы сейчас выходим напрямую с вами. Готембо. Доворачиваю. 86 скорость, 3000 высота. И потихонечку будем вот так вот с вами и идти. Слева у нас как раз Фудзияма. Или Фудзияма, как правильно там называется. Во, отлично. Вышли напрямую. Я его отремировал, но в принципе идет потихонечку на посадке. Нормально все.
Только скорость падает. Скорость надо побольше. Скорость. Скорость. Скорость, 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 скорость. 75 буду идти. Вот так вот. 74-75 буду держать. 2000. Там леса еще. А, вот так не показывает он, да? А, понятно. Ну классно, блин, красота вообще. 75, держу я 75. Чуть-чуть у нас снижение, 2000 еще ниже. Чуть-чуть оттримируем его вниз. Совсем немного. Тоже ветрено, то есть ветер как бы сбивает самолет. Я не могу лететь относительно прям ровно. Тут с погодными условиями как бы все четко. Здесь действительно, ну, нелегко посадить. Взлететь-то легко, посадить тяжело. Потому что, ну, сами понимаете, да, как бы. Так, 75. Вот, как я добился 75. 2000 еще пониже чуть-чуть. Вот, вот, наверное, где-то вот так это будет выглядеть. Уходим на посадку. Угу. Пошло 2400. Над лесами. Скорость сбрасываю 80, чуть пониже. Так. Самолет держу. Подлетаем прямо над кромками деревьев. Взлетка здесь небольшая такая, но в принципе я не цепляю. И начинаем потихонечку. Вот как-то тихо, тихо мы уходим. Нос вверх, аккуратно. Во, четко. Стоять, тормоза включаю. Во. И мы с вами, друзья мои, сели. Аккуратненько. В принципе, можно было включить ходовые огни там и все остальное. Но мы с вами это сделали. Вон там. Мужик, мужик руками Давай, давай, ну, куда? Правее. Правее, куда там? Так, оп. Красотень. Красотень, красотень. 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 Все. В принципе, мы можем с вами отключать уже самолет, да, как бы здесь... Ну, здесь какая система, я не знаю. Здесь что у нас? Воздушный винт. А, это регулировка винта, трим, рут. У меня все на этом. Крышка, это у нас что? А, подожди, я тут даже не знаю, как тут... вентиляционное окно. А как тут его заглушить, короче? А, топливный клапан off, наверное. И сейчас винт сам у нас, по идее... Во! Ну, не знаю, насколько это правильно было, конечно, потому что здесь еще навигацию надо отключать. Как она здесь отключается, я хрен знает в этом самолете, если честно. В Цесне я знаю, а здесь я даже, блин, не в курсах вообще. Как здесь, вообще эта вся авионика работает? Жесть какая. Здесь, конечно, по самолету крышка неисправна. Ну, хрен с ним, короче. Собственно, сели. Собственно, сели, ребят. Да, не с той стороны приземлился, да, это я увидел, да, кстати. Это я увидел, Макс. Ну, сели вот так, хотя у нас посадка вот здесь идет. Ну да, ладно. Вот, вот как бы так. Вот такие дела.
Такие вот дела. Ну, красиво, блин, реально красиво. Ребят, вот такой вот сим. Кто не видел, увидели. Кто не знал, тот узнал. На самом деле, наверное, сегодня все-таки нет. Я сейчас прикинул, потому что мне еще надо межу ребенка, еще надо окно делать. Ребят, по гитаре, наверное, не получится сегодня все-таки стрим. Все-таки, наверное, на следующей неделе, я думаю, мы замутим с вами. Тему, связанную с гитарным стримом. Вот, сегодня, наверное, уже вряд ли, да, потому что время уже полтретьего, потому что мне сейчас надо тоже и покушать, ребенка покормить, мне нужно окно сделать, москитную сетку сделать и все остальное, поэтому, наверное, по времени я все-таки вряд ли, скорее всего, сегодня. Вот. Как-то так. Как-то так. На сегодня, ребята, все. Вот такой стрим на 3 часа. Спасибо большое за внимание, рад был сегодня для вас стараться. Надеюсь, вам понравился данный стрим. Обновление Microsoft'а. Fly Sim'а. Пишите в личку. Увидимся с вами. Хороших вам выходных, ребят, легкой работы, легкого окончания дня. В Дискорде я сегодня буду. Макс, в Дискорде я сегодня буду, ну, 8, наверное, вечера, потому что я еще с ребенком гулять пойду, поэтому, скорее всего, это начало 9-го, 8 вечера, если вдруг вот как бы так вот. Вчера, блин, аж допоздна. Вот. Так что вот такие вот дела, ребятки. Спасибо большое за внимание. Рад был для вас сегодня стараться. Увидимся, пишите. Всех люблю, целую. Спасибо. Пока.